реализации двух федеральных научно-технических программ. У нас сегодня в России запущено 4 федеральные научно-технические программы. Это тоже в логике как раз стратегии научно-технологического развития, когда выделяются вот эти крупные приоритеты, и по ним запускаются большие исследовательские программы. Вы, наверное, знаете, что сегодня уже запущены программы, федеральные научно-технические программы сельского хозяйства. На днях, вот буквально там, где-то в пределах последнего месяца была запущена программа по экологии и климату. И вот как раз две программы, по которым Курчатник является главной научной организацией, это программа развития генетических технологий и программа развития, коротко, мега-сайенс, ну или синхротронно-нейтронных исследований, в рамках которых будет построен ряд больших ускорительных центров на территории всей России. В Новосибирске уже начато строительство синхротронного источника СКИФ, в подмосковном Протвино, в Ленинградской области, в городе Гатчина, также на Дальнем Востоке, на острове Русский. В общем, будет построен целый ряд таких вот установок. И, естественно, для создания и для реализации вот этих обеих программ требуется большое количество новых, привлеченных новых научных кадров. Поэтому у нас в Курчатском институте это организовано в виде создания просто специального департамента молодежной политики, который занимается организацией привлечения новых студентов. Ну и сейчас, в настоящий момент, просто и мне вот близка синхротрон-нейтронная программа, так как я, опять же, руководителем являюсь комплекса, который профильно ей занимается. Мы сейчас разрабатываем ряд сетевых образовательных программ с вузами по подготовке целевым образом студентов, которые к нам потом придут и будут учиться. В частности, мы уже практически заключили договор с Московским инженерно-физическим институтом МИФИ, который в том числе и я заканчивал. Сегодня в МИФИ осталась одна из последних ускорительных кафедр. Буквально там в Новосибирске есть такие вот специалисты. И, соответственно, в Москве это МИФИ. Также с Бауманским университетом, который сегодня тоже востребован в плане подготовки конструкторов. И, соответственно, является поэтому для нас тоже очень таким стратегически важным партнером. Ну и с другими вузами, например, с физтехом, который, да, физико-технический институт, который в Долгопрудном находится, и другими организациями. Поэтому здесь, конечно, привлечение студентов сегодня в научную сферу – это важный очень момент, тем более, что, как вот показали опросы, которые мы проводили накануне Года науки и технологий, да, сейчас вот наш координационный совет стал одним из организаторов мероприятий Года науки и технологий, и мы, в частности, участвовали в опросах, которые проводились в начале этого года, действительно, за последние 5-7 лет профессия исследователя стала более престижной. Если еще там порядка 7 лет назад только каждый третий, грубо говоря, взрослый родитель был положительно настроен на то, что его ребенок свяжет свою жизнь с исследовательской сферой, то сегодня уже более 60% людей не возражали бы или поддержали бы своего ребенка в том, чтобы его стремление стать исследователем. Каждый 10-й студент сегодня готов на 100% готов оставаться в исследовательской сфере и заниматься наукой, что тоже неплохой показатель. Ну и третий статистический результат, тоже такой, который был получен по результатам опросов, то, что сегодня профессия исследователя, по-моему, попала уже на 8-е место в списке различных профессий в России. Спасибо большое. Так, я хочу предоставить слово Мариндашеву Павлу Андреевичу. Может быть, прокомментируете выступление или зададите тон для следующего обсуждения. Спасибо, Елизавета Викторовна. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну, я хотел бы в первую очередь, Никиту Владимировича я всецело поддерживаю, и все тезисы, которые он сказал, я его, конечно, всецело поддерживаю. Хотел в дальнейшем своем выступлении немножко раскрыть на примере большого вызова энергетики, но в первую очередь, наверное, я должен выразить слова благодарности организаторам данной дискуссионной площадки, Нинель Васильевна, вам в первую очередь, потому что у нас есть уникальная возможность, у нас сейчас, несмотря на то, что в Москве уже полпятого утра нас слушают по всей стране, и мы поднимаем такие важные вопросы и вовлечение молодежи в науку, и как нам эффективнее работать молодым ученым в научной сфере, и как нам достигать новых результатов. Но тут я бы, конечно, еще хотел бы сконцентрироваться, вот Никита Владимирович отметил большие вызовы, да, в рамках стратегии научно-технологического развития. Но давайте раскроем, например, один из больших вызовов, такой как энергетика, да, для республики Саха-Якутия, да, для, ну, также для Архангельской области, откуда вот я родом, да, энергетика – это очень важный компонент, потому что особенно
производство тепловой энергии, да, для обеспечения комфортных условий проживания людей в таких суровых климатических условиях, да, это один из приоритетов для глав наших республик, да, для губернаторов. И здесь вот как раз участие молодых исследователей, коллективов в поисках решений как раз именно вот по природоподобным технологиям, да, по внедрению новых источников энергии, например, вот в рамках большого вызова. Вот это вот главное вызывающая, так сказать, и интересующая задача молодежи, которая должна организовывать малые научные группы, объединять коллективы междисциплинарные на решение вот именно ключевых задач, которые поставлены для конкретного региона. То есть давайте приведем пример еще один, да. Александр Михайлович Сергеев, да, в своем выступлении вчера сказал, тоже должен быть некий интерес у молодежи, да. А интерес он может быть тогда, когда будет решена конкретная, важная, прикладная либо фундаментальная задача. Но, скорее всего, быстрые победы, они достигаются в решении, конечно, прикладной задачи. И вот если говорить, например, про энергетику, да, вот, и вот он говорил про Тикси, да, где вот внедрен там первый ветродизельный комплекс, да, для обеспечения электрической энергии отдаленных поселений, где нет возможности провести линию электропередач централизованной и сделать обеспечение электроэнергии именно отдаленной территории. Так вот, внедрение новых технологий, таких как, например, ветроэнергетические установки в условиях Крайнего Севера, они объединяют несколько коллективов. То есть один коллектив – это коллектив энергетиков, это коллектив физиков, которые именно разрабатывают гидрофобные покрытия, которые разрабатывают, исследуют процесс обледенения. Энергетики считают общую потребность, да, строят кривые мощности и так далее. Физики делают гидрофобные покрытия, там, конструктора делают оптимальные основания под ветроэнергетическую установку, да, под, именно вот по нашим, под условия как раз мерзлых грунтов. А гуманитарная сфера, например, тут важный аспект, например, миграция там, птиц, там, воздействие на окружающую среду там, или еще что-то. То есть, и получается комплексный междисциплинарный проект. Да? И молодежь мы именно в науке интересуем вокруг некой тематики. А в свою очередь вот эта тематика, она соответствует тематике стратегии научно-технологического развития. Это энергетика, это большой вызов. То есть именно стратегия научно-технологического развития, она нам дает некий базис. А дальше внутри наших университетов мы уже создаем междисциплинарные научные группы, да, и концентрируем молодежь на решение именно вот большой проблемы в рамках наших ресурсов и возможностей. Если вот говорить про цифровой архив, вот мы с проректорами вчера обсуждали вопрос, например, цифрового доступа к ЦКП. То есть это тоже следующий вариант, который решается в рамках как раз цифровой экономики и цифровизации университетов. Да? То есть именно то, что говорит Дмитрий Николаевич Чернышенко, да, это подготовка цифрового спецназа, чтобы цифровизация, автоматизация процессов проходила через все области науки. И вот проблема, например, у гуманитарной сферы цифрового, да, архива, да, доступа там, к архиву, у тех же химиков, да, у тех же физиков, вот доступ как раз именно к ЦКП, там, доступ именно к тому уникальному научному оборудованию, которое позволяет, опять же, решать комплексную научную задачу, которая объединяет вокруг себя молодых ученых. Ну и вот мой тезис, завершая, да, мой тезис в том, что вот именно как раз вот большие вызовы и сейчас еще тренд у нашего профильного министерства и у правительства в целом, это, конечно, реализация комплексных научно-технических проектов. И вот как раз молодые ученые, они должны объединяться в малые группы именно по междисциплинарным исследованиям для реализации как раз вот таких вот комплексных научно-технических проектов вот в рамках больших вызовов стратегии научно-технологического развития. Спасибо. Спасибо большое, Павел Андреевич. Какие-то комментарии есть? Да, пожалуйста. Ну, здравствуйте, Ирина Собакина, Северо-Восточный федеральный университет. У меня нисколько там замечания, вопросы, а скорее всего дополнение, да, вот к тому, что сказано. Конечно, мы все понимаем, что коронавирус сейчас у нас уже все показал, да, какие, как мы готовы, не готовы, да, но я как бы еще давно уже не молодой, и хотела бы сказать следующее. Лет через 10-15 сменится поколение, да, и это поколение, скорее всего, будет фрилансеров, и фрилансеров тоже в науке.
когда действительно мы поняли, вот сейчас все же, да, думаем, что действительно можно собрание провести в Zoom'е, лучше даже, да, когда ты можешь параллельно чем-то заниматься, да, быть где угодно. И это понимают сейчас наши современные дети, которые сейчас, вот, например, учатся там в 7-м классе, в 5-м классе. Все понимают прекрасно, что привязанность к какому-то кабинету, да, а наука у нас все равно ассоциируется с кабинетом, с библиотекой. И у меня вот в рекомендациях, может быть, надо будет добавить, да, рекомендовать Министерству науки, да, там еще попутно и различным научным фондам, чтобы разработать механизмы глобальной цифровизации науки. Не просто там какие-то библиотеки, архивы, да, а именно более глобальные, когда при разработке какой-то научной темы, направления, молодые ученые, вообще ученые могли быть асинхронно. Асинхронно, то есть не обязательно они могли сидеть в кабинете, там, да, там, ну, как вам когда я, например, да, сидя где-то, не знаю, там, сейчас, кто сейчас, на Бали, да, например, я могла развивать науку в России. Да, какие-то вот эти вот технологии нужно будет разработать и думать об этом вообще в глобальном смысле, и не только ограничиться архивами и библиотеками, а какой-то комплекс, возможно, между академиями наук, между ведомствами, какой-то механизм все-таки разработать по России в целом. Спасибо большое за ценный комментарий. Я думаю, что Никита Владимирович в своем выступлении, когда говорил про оцифровку различных данных, он имел в виду в том числе и вот эту глобальную цифровизацию действительно всех достижений научных во всех областях науки и в гуманитарной сфере, и в естественно-научной, и, собственно, ну, то есть действительно это глобальная цифровизация, и тут уже нельзя говорить о науке ну, только в России, потому что глобальная цифровизация, она все-таки ведет к глобализации и в научной сфере в целом. То есть наука, она границ не должна иметь, на мой взгляд, я надеюсь, что меня многие поддержат, потому что любое закрытое общество, оно неизбежно все равно приводит к ограничениям в развитии самого себя. То есть когда мы какие-то границы ставим, мы, естественно, ограничиваем и собственные возможности. Поэтому глобальная цифровизация, она приведет и к глобализации науки, что, наверное, несомненный плюс в нашей жизни. Так, ну, да, 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 пожалуйста. Можно выступить? Я сейчас выступаю. Минуточку, у нас, да, выступающий. Ну, Петр Пожалуйста, Николаев, да. Северо-Восточный федеральный университет. Ну, получается так, что я долгое время был как бы общественником, возглавлял одну общественную организацию, был членом общественной палаты. Вот. И когда вот сегодня мы поговорили о том, что вот молодые ученые, вообще ученые должны объединяться, создавать какие-то группы, да, вот совместные проекты делать, междисциплинарные, межведомственные. Вот. Но при этом мы не должны забывать о том, что вообще население и общество, что от ученых хочет-то получить? И бывает так, что когда ученые приходят со своими идеями, проектами, а это оказывается не актуально для населения и для общества, может быть. Вот. И хотелось бы вот на базе Координационного совета, может быть, да, была бы какая-то площадка, которая объединяет вот таких, ну, хороших, инициативных, у которых глаза горят там, и так далее. Вот, ну, какая-то площадка была бы. Вот то, что вот, мы говорим, цифровизация там, и так далее. И вот там был бы вот такой обмен. И там как раз благодаря вот этой площадке, по идее, в том же у нас вот в Якутии, да, у нас расстояния очень большие. Вот. Есть у нас муниципальное образование, где спокойно может поместиться вся Европа, может, да. Вот. И, соответственно, для них и для самих ученых, для того, чтобы вот был интерес, и то, что вот мы говорим сейчас о подготовке кадров, да, то есть у нас еще, мы должны понимать, что
мы не должны потерять непрерывность. То есть у нас должна быть какая-то системная работа, непрерывность поколений, вот, то есть преемственность, да, скажем так. И чтобы вот такого было, мы должны, скажем так, совместно вот, с обществом, с населением и главами муниципальных образований, и самое главное, это бизнесом. Потому что все, вот если мы вспомним историю 19 века, открытие вот Сибири, Якутии, исследования, все крупные экспедиции, исследования проводились за счет пожертвований, за счет тех первых, скажем так, купцов, предпринимателей и так далее. То есть не очень такая большая была поддержка государства. А сегодня мы основной упор для поддержки молодых ученых делаем именно на поддержку государства, как бы, да. Но поэтому наша главная еще задача — это привлечь бизнес, заинтересовать бизнес и общество. Вот. И для того, чтобы этого было, и чтобы вот этот бизнес и общество видел, чем мы занимаемся, вот у нас какая-то единая вот такая площадка должна быть. И вот такая площадка я вот предлагаю вот на Координационном совете. Ну, как-то вот сделать. Я буквально пару слов прокомментирую. Координационный совет уже давно на самом деле задумался о такой площадке. Более того, она уже даже создана. Называется Science ID. Она развивается, и на базе вот этой площадки можно, в принципе, действительно такую координацию проводить. То есть на данный момент она объединяет уже достаточно большое количество ученых в России, по-моему, больше 10 тысяч, Павел Андреевич. Ну, где-то так. И идея создания этой площадки, она вот именно в том и состоит, что вы сейчас озвучили. То есть действительно это объединение ученых по всей России, это организация различных научных и околонаучных мероприятий, именно для того, чтобы все имели доступ к этой информации об этих мероприятиях. Ну и вот такие коллаборации, они тоже там возможны и даже приветствуются. Вот именно создание коллабораций, то есть поиск каких-то коллективов для поставленных задач. То есть если у какого-то научного коллектива есть задача, и он понимает, что реализовать это своими собственными силами этот коллектив не может, поставленную задачу, то как раз поиск участников этого процесса, он тоже вполне возможен с помощью этой площадки, платформы. Поэтому я всех призываю зарегистрироваться на этой площадке. Еще раз повторю, называется она Science ID. Ну и, возможно, она поможет вам в реализации ваших целей и задач. У нас есть вопросы с зала. Да, пожалуйста. У меня по поводу вот рекомендаций. У меня же вот три пункта по поводу жилья, обеспечения жильем молодых ученых. Да, в микрофон, пожалуйста. По поводу рекомендаций. Здесь вот три последних пункта, связанных с обеспечением жильем молодых ученых. Вчера вот Василий Васильевич Филиппов тоже вот на пленарном говорил о том, что вот действительно в Якутске, и не только в Якутске. И, по-моему, вот председатель сибирского отделения тоже сказал, что даже в Новосибирск, в Академгородке, молодые ученые не обеспечены жильем. То есть общежития почти нету. Вот, и я хотел бы такое предложение ввести дополнительно. У нас лет 10 назад, когда к нам приезжал вот Виктор Антонович Садовнич, ректор Московского университета, было предложение вот на территории студенческого городка, вот нашего, вот, в который вот здесь микрорайон, создать маленькую свободную экономическую зону. То есть примерно объемом 1 на 1 квадратный километр. Вот. Поэтому я хотел бы ввести вот такое предложение. Вот вчера же выступала по науке, которая занимается вот законодательством, вот ввести федеральный закон или пункт федерального закона соответствующего о том, что на территории студенческих городков Якутского университета, Новосибирского государственного университета свободная экономическая зона. Потому что, вот, допустим, все знают биографию Билла Гейтса. Он же первый год, когда учился, он же прошел только один курс каллиграфии. То есть у него свободный режим был. А у нас система такая, вот система общежития есть, но она, там самоуправления студентов почти нету. То есть это почти диктаторская система, как тюремная. Потому что там декан командует, кого ввести туда-сюда, вот такая система. То есть если даже вот
зону свободного экономического развития трудно ввести, то хотя бы усилить роль самоуправления студентов. И вот сейчас вот в цифровизации там, наверное, не будет строгой специализации по кафедрам студентов. Вот я Новосибирский университет окончил, я страдал от того, что я сначала выбрал специальность тогда модную по алгебре. Алгебра, теория колец и модулей. А потом оказалось, что эта алгебра никому не нужна сегодня. Вот. Поэтому мне кажется, что вот действительно ввести в университетах, как в Америке, кампусы, система кампусов, чтобы система была полного студенческого самоуправления, и чтобы у студента даже не, ну, внутри, я не говорю, чтобы факультет убрать, вот кафедральную специализацию убрать. То студент, он сам выбирает. Вот Билл Гейтс, вы его считаете ученым или не ученым? Трудный же вопрос, правильно? Но он же первый год, он только курс каллиграфии, и при том, его никто его оттуда не выгонял, он свободно жил. И он там пишет, что вот собирал бутылки кока-колы или пива, которые более обеспеченные студенты пили, сдавал, потом по воскресеньям ходил в эту церковь баптистскую, где по воскресеньям можно было спокойно, бесплатно поесть, то создать подобные условия вот у нас. Ну, насколько мне известно, сейчас действительно тенденция уже к индивидуальным учебным планам, она существует, и многие студенты обучаются не на одной какой-то поставленной кафедре, а дисциплины выбирают себе самостоятельно. Ну, спасибо за ваш комментарий, да, у нас еще один есть предложение. Да, предложение. Добрый день, студент Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. И вот, продолжая вопрос образования и возвращаясь к вопросу интеграции образования и науки, у меня вот, наверное, скорее такой комментарий, да, насчет наших образовательных программ. Образовательные программы, которые у нас ведутся в университетах, они почти все, под все специальности введены такие виды профессиональной деятельности, как научно-исследовательская деятельность. Но вот по практикам, если пройтись, у нас есть производственные практики по программам бакалавриата и специалитета за весь период обучения 4-5 практик. И помимо этого у нас научно-исследовательская работа, так называемая, да, которая направлена на, прежде всего, написание какой-то научной работы, прежде всего, дипломной выпускной квалификационной работы. Но вот по производственным практикам нет так называемых научных специализированных практик. Когда как, вот если специализация направлена и на научно-исследовательскую деятельность, то практики могли ходить при лабораториях и институтах, прежде всего научных, которые реализуются в рамках университетов или иных научных организаций, которые расположены, возможно, в пределах города. Поэтому вот хочу, чтобы обратили на это тоже внимание впредь. Потому что вот компетенции, если там у нас же прописываются компетенции, которые должны формироваться в процессе обучения, да, то научно-исследовательская компетентность у нас покрывается прежде всего этим НИРом. И одной дисциплиной, которая, возможно, преподается в первом или втором курсе, это основы научно-исследовательской деятельности. И все. Спасибо большое за комментарий. Я думаю, вы правильную площадку выбрали для такого комментария. И надеюсь, что вас услышали, услышало руководство и примет к сведению, собственно, продвинется как-то в этом вопросе. Мы много говорили про поддержку молодых ученых, про их роль в научных исследованиях, в современной науке. Давайте немного сместим центр рассмотрение и поговорим про оценку научной продуктивности молодых ученых. Вот, потому что поддержки, в принципе, то есть мы говорим много о том, как привлечь молодых ученых и какую поддержку им оказать для того, чтобы они шли в науку. Но нужно же как-то и оценивать их деятельность именно молодых ученых. Вот. И для освещения этой темы давайте предоставим слово Федорову Артуру Григорьевичу. Так. Добрый день всем, все коллеги. И вот еще раз всех поздравляю вот с открытием форума и лично хочу поблагодарить организаторов данного форума за вот организацию такого вот мероприятия. Ну и, соответственно, вот так, можно, да, презентацию включить?
Ну, тематика, связанная с публикационной активностью и его оценка, вот, достаточно часто обсуждается на самых разных уровнях, ну и, соответственно, по сей день остается острой и актуальной. Хорошо это или плохо, в принципе, это вопрос для отдельного рассмотрения, рассмотрения, ну и, соответственно, я акцентировать внимание на этом не буду, ссылаясь только на то, что в виде постулата, приняв во внимание только в виде постулата то, что на данный момент наукометрия является вот такой необходимостью. И вот я сегодня хотел бы акцентировать внимание именно на качество публикаций. Вот так в настоящее время наиболее часто применяемой метрикой является публикационная количество публикаций. То есть, другими словами, количество публикаций, которые опубликованы в тех или иных базах данных. То есть, более того, данный критерий играет немаловажную роль для ученого, для оценки результативности ученого. Ну и, соответственно, другими словами, при его аттестации. Вот. Такой вот момент есть. Ну и, соответственно, хочется вот так. А, все, да? Ага. Вот хочется вот остановиться на вот показателях, и в данный момент вот, на данном слайде представлены показатели с 2015 по 2020 годы 38 стран. И по этому графику мы можем видеть, что Россия, она находится на 12 месте из вот выбранных 38 стран. Выборка осуществлялась за 15 по 20 годы по общему количеству статей более 100 тысяч. Ну и, в принципе, по данной тенденции можно сказать, что Россия, ну, в принципе, российские ученые достаточно часто вот хорошо публикуются, и, в принципе, более того, можно еще сказать то, что публикации авторов с аффилиациями российских организаций ежегодно растет порядка на 10 до 20%, ну, тем самым обгоняя средние мировые темпы развития. Поэтому по данной части, по части количества публикаций, есть хорошая тенденция развития, есть, ну, в принципе, стабильное развитие. Но хуже обстоит дело с авторитетностью публикаций, то есть, другими словами, цитируемость публикаций российских авторов крайне низкая. И так. Вот, и на данном слайде мы можем видеть, да, что уровень цитируемости российских журналов занимает вот последнее место из вот 38 стран. А вот, но что удивительно, да, что по активности просмотров вот, как раз публикации российских ученых, они вот достаточно, ну, на среднем уровне, можно сказать, да, вот 19 место. Но, к сожалению, вот будущий анализ или будущий анализ, объективный анализ по активности просмотров, ну, весьма сделать весьма сложно, так как ввиду многих причин, то есть прослеживать просмотры весьма сложно. Поэтому мне хочется остановиться именно по вопросу цитируемости. То есть я считаю, что разработка механизмов увеличение количества цитируемости – это вот один из наиболее эффективных способов. Ну, в данный момент каждый университет, ну, большинство университетов, институтов, да, вот, научно-исследовательских, имеют свои вот собственные механизмы, явно или неявно относящиеся именно к, ну, публикационной активности, то есть увеличению именно цитирования, да. Ну, и я хотел бы в рамках данного вот сообщения своего, да, доклада выделить несколько вот, ну, по моему мнению, наиболее вот интересных технологий. И одним из первых которых является так. Ладно, хорошо.
это технология вот коллективного вхождения, но сразу стоит отметить вот основной недостаток данного механизма, то, что оно достаточно трудоемкое и времязатратное, и более того, имеет большие риски со всеми вытекающими обстоятельствами. Следующий способ или следующий механизм, который я хотел бы предложить, оно более мягкое, связано оно локальными вот объектами, а именно вот самими университетами, то есть в каждом университете, в принципе, существуют понятия вот внутренних грантов, те же академическая мобильность, да, которые, в принципе, можно вот как-то сориентировать, да, вот в части по как раз вот направить некоторую часть именно на поддержку публикации журналов с первого квартиля. Так, давайте вот. Да, вот что как раз вот один из моментов – это публикация журналов с первого квартиля, так как по данному слайду мы видим, что общая доля, общее количество публикаций в первом квартале у нас порядка 19% от общего числа публикаций. Поэтому, в принципе, есть такой вот механизм, ну, можно сказать, более действенный и более мягкий, в плане того, что как раз вот может дать в перспективе, то есть увеличить в перспективе, увеличить вот цитируемость. Вот это касаемо вот первая часть, а вторая часть, в принципе, просто-напросто взять и вот как бы, ну, финансово поддерживать тех, кто опубликовал работу вот в журналах первого квартиля. Но это второй пункт, и третий пункт, он относится к коллаборации. Ну, это весьма такой амбициозный механизм, можно сказать, так как тут, в принципе, можно организовать такие вот гранты для иностранных ученых, для привлечения иностранных, так сказать, умственных ресурсов в нашу страну, и вот интегрироваться и, соответственно, реализовывать определенные задачи, то есть решать определенные задачи вот таким вот интегрированным способом. И я всегда вот считал и считаю, что такой вот способ интеграции, то есть работы с рассмотрением проблемы с разных точек зрения, это наиболее такой продуктивный способ. Ну и, соответственно, конечно же, результатом будут достаточно такие вот серьезные работы, серьезные статьи, которые, я считаю, будут в достаточной степени цитироваться. Ну и напоследок я как раз вот, Никита Владимирович, рассмотрел как раз вопрос касаемо гуманитарных наук. Но гуманитарные науки, да, вот надо отдельно рассматривать, так как есть большие проблемы входа вот статей именно гуманитарных направлений в международные базы данных, так как там, ну, много факторов есть, одним из которых, к сожалению, и является вот политический вот момент. Так что вот гуманитарные науки надо вот как бы рассматривать в отдельности, и вот можно вот в принципе организовать дискуссионную вот площадку касаемо именно вот конкретно вот гуманитарной части. Спасибо за внимание. Вот если есть вопросы, вот хотел бы обсудить как раз по этим механизмам. Спасибо, Артур Григорьевич, очень интересная презентация, слайды по наукометрии. И действительно, вот сейчас тенденция, все вузы, особенно та программа, которая была топ-500, сейчас будет приоритет 2030, да, и именно основные были показатели вузов стояли, да, это в основном научно-исследовательские показатели, и как раз тот объем публикаций именно первый, второй квартиль, от общего объема публикаций в целом, и все гнались вот именно за этими показателями. Вот плюс программа «Приоритет 2030», которая будет, да, она будет как бы охватывать не только именно вот научные публикации, да, спектр будет расширен именно и то образовательной деятельности, и для онлайн-курсов, там, то есть, ну, больше число именно индикаторов и показателей результативности будет. Вот мы, например, в нашем университете, ввиду вот пусть и небольшого объема
того научного продукта в виде публикаций, который у нас сейчас есть, мы столкнулись с очень интересной ситуацией. У нас рост числа публикаций именно первого квартиля наблюдался за последние 5 лет. И в 2020 году мы пришли к тому, что у нас именно количество публикаций первого квартиля больше, чем количество публикаций всех остальных квартилей. То есть пусть у нас небольшой объем, да, то есть который не сравним там, с МГУ, там, с БГУ там, и другими ведущими вузами нашей страны, но мы столкнулись с тем, что у нас именно качественный рост идет, не количественный, а качественный рост. И вот именно публикации первого квартиля у нас сейчас больше, чем публикации там, 4, 3, 2 вместе взятые. Если удельный вес, конечно, за последние 3 года взять, то, конечно, 4-й квартиль будет больше, но вот за последний 20-й год очень интересная тенденция. И мы начали анализировать данную ситуацию, как так вообще получается, и пришли к выводу к тому, что мы в университете сделали градацию, у нас есть 9 научных групп мы выделили, вот почему я говорю вот, именно научные группы, вот объединение молодежи в научные группы, понятно, что под руководством наших заслуженных и уважаемых профессоров, и вот мы выделили именно 9 научных групп, и целевыми средствами поддерживали только вот эти группы, которые дают научный продукт. И получается, они росли сначала количественно, а последние 3 года у нас, получается, они вышли на некий предел, который они не могут достичь выше, но пошел рост именно качества публикации и, соответственно, качества цитирования. То есть вот поэтому вот мой посыл, вот объединение именно в рамках решения вот какой-то задачи, да, молодых ученых, он, конечно, ведет именно к росту и качеству научных исследований, и именно не, как мы обычно делаем, да, то есть не распределение финансирования по всем, да, а именно целево поддерживать определенные научные группы, вот именно дает определенный рост именно вот и качественных показателей по публикациям. Вот тезис, который хотел озвучить. Да, пожалуйста. Сейчас. Раз. Здравствуйте, меня вот зовут Евгений Шемякин, председатель Совета молодых ученых Института биологии СОРАН. Что касается вот оценки, да, публикаций, получается, ну, проблема-то состоит в том, что журналы вот эти вот Q1, Q2, они все зарубежные, естественно, в основном. У нас российских журналов нету, и, скорее всего, еще несколько лет, наверное, будет, да, Q1 журналов российские. Ну, их мало, но они есть. Ну, мы их не знаем, по крайней мере. Мы печатаемся, получается, в зарубежных в основном журналах, журналах Q1, Q2. За счет, получается, средств, пока молодые ученые сами своими деньгами, ну, своими этим знаниями, конечно, им сложно будет публиковаться в этих журналах, не имея грантов РНФ, РФФИ, которых сейчас упразднили. И чтобы выиграть грант РНФ, сейчас необходимо, получается, наличие журнала в первых квартилях. Это тоже острая такая вот проблема стоит. Но тем не менее у нас вот в нашем институте, например, существуют международные коллаборации. Мы работаем с японцами, с корейцами там, и с другими международными организациями научными. И благодаря им, естественно, мы вот выходим на, ну, публикуемся, печатаемся именно в этих журналах международных. И получается, возникает вот такое вот, ну, предложение, да, для молодых ученых, такое предложение, хорошо было бы наших вот молодых ученых обучать, ну, даже вот стажировать вот этих вот организациях. Есть ли какие-нибудь такие вот направления у нас в СОРАНе, например, либо в других университетах? Если было бы вот узнать об этом, было бы замечательно. Именно в плане подготовки публикаций, да? Подготовки, да? Именно в других, знаете, я точно знаю, что есть такие, на самом деле, ну, назовем их курсами по подготовке молодого бойца именно по публикационной активности, по тому, как свое исследование правильно публиковать, какие журналы выбирать. Еще прозвучала реплика о том, что это дорого, да, первый, второй квартиль, но, опять же, я точно знаю, что есть журналы первого, второго квартиля, которые не open access, бесплатные, ну, да. И, естественно, в ситуации отсутствия финансирования имеет смысл выбирать именно такие журналы,
В них, конечно, сложнее публиковаться, я понимаю, там многоэтапное рецензирование нужно пройти и так далее, но тем не менее нужно, наверное, к этому стремиться. Вообще в моем представлении как-то неправильно платить за публикацию в журнале. То есть я понимаю, что Open Access это оплачивает автор для того, чтобы это было в открытом доступе. И, наверное, открытый доступ это хорошо, действительно, опять же, в рамках глобализации науки, чтобы каждый мог ознакомиться с исследованием. Но, опять же, наши научные организации, как правило, имеют доступ к платным ресурсам. Вот, и у нас, у наших ученых есть доступ и в том числе к платным журналам, которые платные для читателей, я имею в виду, но бесплатные для автора. Вот, и мне кажется, что стремиться нужно именно все-таки к этому. Вот. Ну, а по поводу этих курсов мы можем даже отдельно, я вам посоветую, к кому можно обратиться, кто, кто может такие, это организовать и для вас прочитать. Вот, они, по-моему, двухдневные, да. Вот, это прям такое погружение в тему и обучение научному мастерству. Так, и у нас еще один вопрос был, да, по этой же теме. Добрый день, меня зовут Айтал Яковлев, я историк. И когда мне Артур Григорьевич услышал о том, что вот гуманитариев надо рассматривать отдельно, просто меня вот просто затрясло, да, вот поддержит меня, потому что мы же атомные электростанции строим не для того, чтобы мерить температуру там в реакторе, да? Мы же строим их для того, чтобы в маленькой деревне было электричество в идеальном плане. В Якутии. Да, и чтобы историки объясняли, зачем нам вот лампа электрическая, да, вот для чего и зачем. Да, вот я вот я вот от своего коллеги Николая, в отличие, да, вот я работаю с живыми людьми. Ну, в смысле, езжу по, да, по деревням и археолог, отличие от археологов. Нет, это не камень в огород, это поддержка наоборот. А возвращаясь к теме статей гуманитариев, вот это просто больная тема. Почему? Потому что когда мы говорим о экспорте или, ну, вот, написании хороших статей, да, вот для гуманитария это вот там Эйрих, например, какие-то, да, вот, базы данных, ВАК, например, это самый главный момент, потому что здесь сидят молодые ученые, надеюсь, нас смотрят аспиранты, будущие аспиранты и нынешние аспиранты, и для них это вот ВАКовские статьи, это вот журнал. Это я хочу озвучить мысль просто, потому что вот когда мы говорим о науке, вот Петр Николаевич правильно говорит, наша задача донести до людей и вот объяснить, да, вот зачем мы печатаем такие мощные статьи, вот квартальные. И вот тут, я думаю, самая главная роль гуманитариев. И вот я сейчас, наверное, озвучу дикую мысль, да, вот может как-то вот не озвучивать, адаптировать, да, вот может, да, вот просвещать, например, вот сейчас скоро выйдет закон о просвещении, например, да, вот эта задача может быть вот как-то. Если мы у нас сидим огромное количество людей, которые объединяют, держат в руках какие-то объединения молодых ученых, например, да, вот задача же российской науки не только брать звезды, там, какие-то журналы в США, в Китае, например, да, это наша задача также еще и донести знания до народа. Вчера мне зазвонился со своим другом, он работает в радио. И он говорит такую вещь, вот народ не знает вот своих героев, вот молодых ученых, состоявшихся ученых, да, знают, но вот молодых не знают, например. И вот как-то вот гуманитариев подключить, вот адаптации, потому что фундаментальная наука, ну я, может, гуманитарий, да, вот поэтому историк, когда открываю вот сборники вот таких мощных журналов, для меня, например, иногда, ну, честно говоря, непонятные моменты есть, да, маленькие. А для, ну, для обывателей, например, да, вот маленьких деревень, там, да, вот зачем нам вот, да, какие-то технические развития, да, вот этот момент как-то адаптировать. У меня все. Спасибо. Ну, такое, это мысль была, это просто мысль. Спасибо большое. Да. Можно сюда нам микрофон еще? Да, вот как раз можно прокомментировать по как раз вот публикационной активности гуманитарных наук. Ну, в принципе, вот страна, да, вот идет, рассматривает вот вопросы, да, касаемо как раз вот проблематика гуманитарных наук. И, в принципе, сейчас есть некие такие вот способы, да, то есть механизмы, ярким таким вот механизмом является вот уравнение весовых коэффициентов вот по базе данных российских, там называется индекс Russian Citation, в котором включены 791
журнал, российский, кстати, российский журнал, в котором, вот, в принципе, гуманитарии могут опубликоваться, и они будут иметь один весовой коэффициент с теми же статьями Web of Science и Scopus. Но, опять-таки, вот это одна из решений, одной из проблем, но, к сожалению, сейчас есть проблема как раз, вот, например, мегагрантов. Там требуется, в принципе, показатели первого и второго квартиля, да, вот, журналов, но, к сожалению, вот, по российскому, вроде бы, по гуманитарным, это есть с третьего квартиля, да, как, если я не ошибаюсь, это вот, Российская академия наук, ну, тут есть проблема, но, в принципе, вот, как раз вот идет развитие, то есть, думаю, вот, механизмы будут вот в ближайшее время вот организованы и вот, соответственно, вот будут предложения. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю вернуться к нашему регламенту, потому что мы очень сильно уже отстаем, и все-таки заслушать наших докладчиков сегодняшних. Но у нас будет потом время еще для свободного обсуждения после всех докладов. И давайте немножко поговорим про закрепление статуса молодого ученого на законодательном уровне и про поддержку не только научных исследований молодых ученых, но и в плане бытовых условий, то есть жилищные сертификаты для молодых ученых. И я предоставляю слово Малышевой Нинель Васильевне для представления, для обсуждения этой темы. Пожалуйста. Спасибо, Лиза. Ну, давайте в первую очередь от имени всех участников сегодняшней дискуссионной площадки, от имени активистов, председателей советов молодых ученых, научных и образовательных организаций нашей республики поприветствуем еще раз наших уважаемых гостей, членов Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сферах и отдельно Елизавету Лидер. Она у нас является председателем Совета научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат химических наук, и Марендышев Павел Андреевич, председатель Совета молодых ученых Северного Арктического федерального университета, один из самых молодых докторов наук, доктор технических наук. Давайте поприветствуем и похлопаем. Но я сегодня в рамках данной дискуссионной площадки хотела бы акцентировать наше внимание на не менее важный актуальный вопрос касательно молодых ученых. Это закрепление определения понятия и статуса молодого ученого на законодательном уровне. Можно, пожалуйста, презентацию, да, включить? Ага. Буквально недавно, дней 9 марта, текущего года, в средствах массовой информации вышла информация о том, что министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков при встрече с главой страны указал, что мы на данном этапе, да, на федеральном уровне не имеем четкого определения понятия молодого ученого. И статус молодого исследователя не закреплен на правовом уровне. И в связи с данным событием, с данной встречей, скорее всего, и на уровне Координационного совета вот, молодых ученых, да, и на уровне Советов молодых ученых и Республики Саха-Якутия, скорее всего, в ближайшее время мы будем очень активно обсуждать и поднимать данный вопрос. Но мы сегодня, в принципе, примерно посмотрели, на каких нормативных документах, в целевых программах поднимается вопрос поддержки молодых российских ученых. Вот сегодня я в презентации представила примерные нормативные документы, да, в которых отражается вот, понятие молодого ученого. Это и указ президента Российской Федерации о неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации. Это и стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Это и стратегия национальной безопасности нашей страны, которая была принята в 2015 году. Это и распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Ну и отдельно, конечно же, в посланиях президента страны поднимается вопрос поддержки научной деятельности молодых ученых. Но, к сожалению, коллеги,
хотела бы обратить ваше внимание на то, что на данном этапе по России у нас отсутствует единый нормативный документ, который направлен на решение всех стратегически важных задач нашей страны именно по поддержке молодых ученых. Нет такого у нас единого документа. И сегодня вот в присутствии как раз-таки членов Координационного совета, вас, да, вот Павел Андреевич, Елизавета Викторовна, хотелось бы, чтобы вы довели наши предложения, наши вопросы по принятию единого нормативного документа, который мог бы определять статус молодого ученого. А что же мы на данном этапе имеем, коллеги? Да, вот существующее определение по молодому ученому. В федеральном законе о науке и государственной научно-технической политике, к сожалению, понятие молодого ученого законом не установлено. А в других же документах, таких как модель закона о госмолодежной политике стран-участников СНГ, да, здесь под молодым ученым понимается работник научной либо образовательной организации. При этом, конечно же, здесь мы имеем такой возрастной статус, то есть здесь доктор наук до 40 лет понимается, да, под понятием молодого ученого, и кандидат наук до 35 лет. Также, кроме этого, кроме остепененных исследователей, понимаются также и работники без степени, то есть это и младшие научные сотрудники, преподаватели, ассистенты, старшие преподаватели в вузах, аспиранты до 30 лет, люди, которые не имеют ученой степени. Что-то не работает, кликер. Так, что касается распоряжения правительства Российской Федерации отдельной, да, по основам государственной молодежной политики до 2025 года, которая была принята в 2014 году, здесь под категорией «молодой ученый» понимается работник образовательной научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук до 35 лет, а доктор наук до 40 лет, но здесь есть отдельное уточнение того, что если молодой ученый принимает участие в программах решения жилищных проблем, то здесь уже понимается под молодым ученым остепененный человек до 45 лет. Угу. Также аспирант, исследователь, преподаватель до 30 лет без ученой степени. Что же касается нашего с вами национального проекта «Наука», который был принят указом главы нашей страны Владимира Владимировича Путина еще в 2018 году, да, то здесь уже в данном документе мы понимаем, что под категорией молодых ученых понимаются люди до 39 лет. То есть в данном документе, в отдельном федеральном проекте развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок, да, здесь везде указывается доля исследователей в возрасте до 39 лет. И где-то вот также представлены формулировки такие: численность исследователей в возрасте до 39 лет, включительно имеющих ученую степень кандидата наук. Так, следующее. Что касается федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы, да, здесь мы также видим, что к молодым ученым относятся кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет. При этом они должны работать на постоянной основе в российских научных и образовательных организациях. В положении же о премиях, да, президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, к ним уже относят научных работников и аспиранты, и докторанты, и молодые специалисты, которые в научных образовательных организациях работают до 30 лет, коллеги. То есть здесь нет четкого понимания, должен ли быть человек остепененным, да, иметь ученую степень, либо он обучается в аспирантуре, но самый здесь главный критерий – это возрастное ограничение до 35 лет.
Что же касается зарубежного опыта, коллеги, мы тоже отдельно посмотрели. Есть у нас такой Европейский совет по докторантам, да, и молодым исследователям. Он называется Евродок. И здесь тоже очень такой интересный момент касательно статуса и понятия молодого ученого. Здесь уже категории молодых ученых, они их отдельно выделяют в подгруппу «младшие научные сотрудники». И здесь к ним относят людей, которые получили докторскую степень, то есть по зарубежным правилам это защита диссертации, PhD, да, вот, и люди, которые на данном этапе занимаются научными исследованиями под руководством ведущих ученых. Но здесь хотела бы тоже акцентировать ваше внимание на то, что здесь не конкретизируются сроки нахождения данного молодого исследователя в статусе научного сотрудника после получения докторской степени. То есть здесь тоже нет таких ограничений по возрасту. Так, следующее, да, вот какой вот можем мы сделать вывод. То есть на разных этапах и на отдельных, в отдельных федеральных законах, и федеральных отдельных целевых программах, отдельно также, коллеги, и в национальном проекте «Наука», и в тех конкурсах, которые проводятся в рамках фондов поддержки науки, это и Российский научный фонд, и Российский фонд фундаментальных научных исследований, да, там нет четкого понимания и четких критериев по относительно возраста. Где-то могут участвовать молодые степенные ученые до 33 лет, где-то до 35 лет. Вот буквально недавно проходил конкурс Российского научного фонда. Именно отдельно для молодых ученых было два конкурса, да? Конкурс инициативных НИР под руководством молодых ученых до 33 лет и отдельный конкурс коллектива молодых исследователей под руководством молодого ученого до 35 лет. Вот опять же нет такого вот четкого определения и нет понимания того, куда и как мы должны в этом отношении работать и стремиться. Вот. Также я бы хотела бы отдельно акцентировать ваше внимание на целевую программу Минобрнауки, да, Российской Федерации по выделению жилищных сертификатов. К сожалению, в данной программе, да, тоже, к сожалению, вот это будет очень интересно для тех людей, которые у нас работают в высших учебных заведениях, именно преподавателями. Здесь Минобрнауки, к сожалению, под молодыми учеными понимает только научных работников. То есть здесь за бортом остаются люди, которые работают в преподавательских должностях. Сразу давайте ясность. Давайте. Доценты и старшие преподаватели со степенью кандидата или доктора наук более 5 лет, они также подпадают под эту категорию и могут получить жилищные сертификаты. Только у них в течение всех 5 лет работы, например, в должности старшего преподавателя должна быть кандидатская степень. Угу. Ну вот мы в последние два года активно, по крайней мере, стараемся подавать документы на данную программу, но вот, к сожалению, от нашего университета получил данный сертификат Петров Алексей, он научный сотрудник НИИПЭС, прикладной экологии Севера. В прошлом году, когда мы подавали документы преподавателей университета, которые работали доцентами, старшими преподавателями, имеющие ученую степень кандидата наук, ну, до 35 лет, им были отказаны их заявления. И там вот как раз-таки ссылка была на то, что они не относятся к категории научных работников. Вот поэтому на это тоже нужно внимание акцентировать. Почему? Потому что везде, во всех отчетах Минобрнауки Российской Федерации и для вузов, и для научных организаций имеются требования, да, касательно научно-продуктивности преподавателей и молодых ученых. И везде мы видим, что Минобра интересует количество публикаций в базах данных в PubScience и Scopus и объем
привлеченного финансирования на выполнение научных исследований на одного научно-педагогического работника. То есть при, в данных требованиях, да, безусловно, учитываются и преподаватели, которые работают доцентами, старшими преподавателями, либо ассистентами. Поэтому этот момент мы тоже должны как-то с вами продумать. И в рейтинговых конкурсах, коллеги, тоже везде есть приписка на одного НПР. То есть это понимается и научные работники, и преподаватели высших учебных заведений. Поэтому сегодня вот хотела бы поднять вопрос такой, кто должен все-таки относиться к категории молодых ученых, да? Какой должен быть возраст, категория работника, степень, и стоит ли перенимать нам зарубежный опыт? Спасибо. Спасибо большое. Есть желающие высказаться, вопрос, может быть, какой-то задать? Я вот, знаете, хотела обратить внимание на такую вещь. Вот, очень хороший график был представлен, да, с возрастами по различным направлениям, по каким-то конкурсным документациям и по нацпроектам и так далее. Но хотелось бы отметить, что вот возраст молодого ученого, наверное, не стоит все-таки устанавливать в зависимости от конкурсной документации какого-либо фонда. Потому что конкурсная документация, она на той конкурсной документации, что может устанавливаться любым фондом, ну, любые критерии отбора, грубо говоря. Нам в следующий раз скажут вообще, например, возраст до 25 лет участников какой-либо программы. Кстати, есть еще фонд «Умник». Там до 27 лет установлен этот возраст. Это не говорит о том, что у нас возраст молодого ученого вот до этого времени, да? Это просто такие критерии данного конкурса. То же самое касается и РНФ, то, что вот у них две программы президентских грантов для молодых ученых, и если это индивидуальный грант, то до 33 лет, а если это на научную группу, то до 35. То есть это, опять же, просто конкурсная документация. Вот к нацпроекту «Наука», наверное, следовало бы прислушаться, поскольку это все-таки некий наддокумент над всеми вот этими грантовыми линейками. Вот. Ну, насколько я понимаю, в нем прописан возраст 30, до 39 без указания на наличие степени, наличие или отсутствие какой-либо степени. Вот. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что, например, еще 10 лет назад у нас кандидатами наук становились люди в возрасте 24-25 лет. Сейчас этот возраст увеличен как минимум на 3 года, 27-28, даже при очень удачном стечении обстоятельств, если человек там ровно и последовательно строил свою карьеру. Опять же, ранее у меня вот среди коллег есть такие доктора наук, которые защитили докторскую в 27-28 лет. Сейчас это, ну, мне кажется, каким-то вундеркиндом только под силу, вот, поскольку у нас на этапе каждой ступени образования увеличился срок этого самообразования на один год, но это всем известно, да, то есть начиная со школьного образования, у нас школьное образование увеличилось на год, срок продолжительности, у нас университетское образование, если раньше это был специалитет практически повсеместно, за редким исключением, то сейчас мы перенимаем европейскую модель образования, бакалавриат и магистратура, что еще нам один дополнительный год дают, и аспирантура, если ранее она была продолжительностью 3 года, то сейчас это 4 года. Получается, при всем стечении обстоятельств у нас молодой ученый получает свою первую ученую степень кандидата наук в 27-28 лет. Наверное, имеет смысл все-таки границы молодости тоже несколько отодвигать, тем более, если мы говорим об увеличении продолжительности жизни и качества жизни, и если у нас такая тенденция идет, то неизбежно мы молодеем. Вот, ну, это так, к размышлению, как говорится, информация. Есть какие-то комментарии еще у нас из зала? Давайте тогда продолжим по докладам. И я хочу предоставить слово Христофорову Ивану Ивановичу, председателю СМУ Республики Саха-Якутия и финалисту трека «Наука». Вот, да, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники дискуссионной площадки. Я рад участвовать в данном форуме и на предыдущих, вот вчера, на многих площадках я практически на всех участвовал. Там же также было участие и Александра Михайловича Сергеева, президента РАН, тоже знаковое событие для Якутии.
И на этих площадках поднимались разные вопросы. Но, на мой взгляд, все-таки вопрос такой острый, особо острый вопрос, это кадровый вопрос, который, на мой взгляд, он еще до конца недооценен. Поэтому в своем выступлении я буду поднимать вот этот только один вопрос по кадровому вопросу и возможные пути его решения на примере одного там положительного опыта вот, фонда создания в нашем регионе. Само название форума вот, «Развитие геостратегических территорий России» как бы, она как бы очень важна и знакова. И в своем выступлении Владимир Владимирович Путин неоднократно повторяет, что развитие Арктики и развитие вот, Дальнего Востока это является общенациональной задачей. Если на Дальнем Востоке есть разные программы, такие федерального значения, это вот, дальневосточный гектар, 2% ипотека, ну и прочее. В принципе, как бы развитие вроде идет, но при этом я считаю, что без развития именно человеческого капитала на Дальнем Востоке вот эта вот проблема вот развития Дальнего Востока, она не может дальше как бы, ну, серьезно, так, эффективно развиваться, а эту проблему нельзя решить без наличия вот научной, научно-технической интеллигенции и вот научных школ на Дальнем Востоке. Эта проблема очень серьезная, и безусловно, вот если сейчас посмотреть, особо вот такая серьезная проблема, которую я говорю, недооценивают, это вот серьезный отток кадров от науки, это в 90-е годы, который произошел, и сейчас есть возрастной разрыв между поколениями ученых. У нас российская наука, она совсем другой имеет путь, в отличие от Запада. У нас российская наука, она славится своей преемственностью, и не может молодой ученый развиваться отдельно от научной школы. Только в научной школе он может развиться как специалист достаточно быстро, в научном коллективе именно. Поэтому здесь вот потеря научных школ в ближайшие 15 лет – это прямо серьезная проблема. Это, ну, действительно, это так. Как бы особенно это сильно чувствуется именно в регионах. Потому что вот мы неоднократно обсуждали, что от регионов идет как бы внутренний отток. Именно в ведущие, как бы, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Академгородок даже. Вот, и от регионов, от многих. Эта проблема вообще везде, даже в том числе и в МГУ. Вот, допустим, вот я сейчас докторант МГУ, и вижу, что на кафедрах в основном преподаватели это от 70 и выше. Молодежи практически, ну, она есть, как бы, есть и доктора молодые, но их мало. И вот даже если посмотреть вот возраст, вот, допустим, возьмем статистику, на 10 тысяч трудоспособного населения в Центральном федеральном округе есть 165-167 ученых. На Дальнем Востоке всего 35. То есть это, ну, серьезная разрывка. Поэтому в плане, каким образом этот вопрос решить, я хотел бы вот поделиться опытом. Как же все-таки вот на федеральном уровне вот эту вот проблему как бы решить? Конечно, поддержка сейчас есть. Очень много программ для молодых, очень много грантов и прочее. У нас в республике и в других регионах тоже есть. Но они недостаточны. Я считаю, что необходимо именно сейчас вот максимально квалифицировать молодых ученых, чтобы они компенсировали вот этот возрастной разрыв, который мы прочувствуем через 15 лет. Понятно, эта проблема сейчас не видна. Она как бы, то есть все продолжается своим путем, но мы, ну, как бы это поймем, когда уже обнаружим, что вот наука в большой степени как бы осиротеет, ну, в кавычках, конечно, но тем не менее мы потеряем ту когорту людей, которые вот ветераны науки сейчас, которые сейчас имеются, которые сейчас могут передавать свои знания. Эти научные школы, они как бы сейчас есть, но их скоро не будет. Понятно, есть много вопросов, что нужны ли они, то есть, потому что всегда развитие науки, оно динамично, то есть какие-то исследования как бы пропадают, какие-то не пропадают, но когда мы речь ведем о развитии каких-то территорий, то обязательно, потому что и научные исследователи, они преподают и в вузах, допустим, здесь форум университета и развития, потому что от квалификации преподавателя зависит квалификация студента, который пойдет работать в этот регион, в предприятие. И это как бы очень важно, именно социально-экономическое развитие данного региона. Поэтому вы все знаете, многие, кто здесь присутствует, были у истоков создания фонда поддержки молодых ученых, и вот этот наш фонд, он был признан как в декабре прошлого года проводился Всероссийский форум молодых ученых, и там лучшие практики советов молодых ученых был представлен вот этот данный фонд. На данном слайде вы можете увидеть вот основные цели, задачи, я их перечислять не буду. Ну, конечно, генеральная цель – это повышение научного потенциала от молодых ученых и вообще науки. И здесь представлено 6 блоков. Это вот научные исследования, академическая мобильность. Выделено 2 блока. Вот академическая мобильность и поддержка научных мероприятий – это основные блоки, которые как бы являются вот прям флагманом вот этого
фонда академической мобильности, конечно, я не буду. Вы все знаете, это очень важный аспект, как бы особенно Дальний Восток, он территориально удален. И чтобы молодому ученому съездить, скажем, на конференцию. Конференция вообще-то важная часть. Вот здесь неоднократно говорили, что вот коллаборации международные, там, то есть в основном мы больше 60% поддерживали именно выезд за рубеж. За рубеж это либо это кандидат, либо это доктор наук, который уже имеет как бы, свой как бы, научный коллектив, статус, и он уже контактирует с международными сотрудниками, и эти контакты, они позволяют потом разрабатывать, подавать на международные гранты. То есть международные гранты — это большие суммы, на них можно уже брать и аспирантов, и покупать оборудование и прочее, прочее. Поэтому вот эта академическая мобильность, она также и важна и для публикаций. И в тех же квартирах Q1, которые в основном Q2 расположены именно вне нашей страны. Здесь вот я также долго останавливаться не буду, но приведу всего, что же все-таки сделано. Вот за 7 лет фонда реализовано 7 и региональных, и 2 федеральных гранта, в том числе и грант президента Российской Федерации для некоммерческих организаций, на общую сумму 30 миллионов рублей. Это совсем небольшая сумма. На самом деле, когда мы создавали этот фонд и его обосновывали в региональных властях, речь шла о том, что нам будет выделять 45 миллионов рублей в год. Поэтому мы ориентировали все программы и планы, показатели ставили именно на эту сумму. Но тем не менее, вот всего 30 миллионов за 7 лет. Вот здесь вот сидит председатель этого фонда, и он как бы, если что, меня поправит. По конкурсу было поддержано где-то 270 молодых ученых, где-то около 300 сейчас как бы. Оказана поддержка, 41 кандидат наук защитились, 2 доктора наук защитились. Для небольшого региона это большие цифры. Потом опубликовано более 75 публикаций Web of Science. Что такое публикация Web of Science? Это мы поддержали максимально, то есть мы создали потенциальных участников, руководителей фондов РНФ и РФФИ. Потому что там всегда есть критерии касательно статей, как бы должны быть там последние 5 лет, там сколько-то 5, там 10 статей. Также софинансирование конференций, научной конференции, которые проводятся в республике, которые вот я еще по Дальнему Востоку, на Дальнем Востоке, они тоже. Сейчас вот РФФИ пропал, и остался открытым вопрос финансирования научных мероприятий. РНФ может, но у них в уставе это не прописано. Поэтому здесь тоже этот вопрос. И поэтому вот этот фонд, он позволял софинансировать. Тогда еще с РФФИ выдавали деньги, когда было софинансирование. И он позволял проводить вот молодежные конференции, которые тоже очень важны для аспирантов, для апробации, для умения выступать и так далее. Ну и также вот проведено более там 300 актовых лекций в школах, потому что вторая задача, как уже здесь было сказано, это первое – это научное исследование, второе – это передача знаний. То есть это очень важно в обществе. Научно-популярные лекции, социальное ориентирование школьников, там, студентов и прочее, это тоже очень важный аспект, который именно развивает регион, особенно вот Дальний Восток. Я вот хотел вот отметить, что вот здесь в зеленом написано, что благодаря вот поддержке, вот такой масштабной поддержке молодых ученых в регион, в республику, у нас привлечено 150 миллионов рублей. Это вот мы следим за каждым исследователем, который получил эту поддержку. И в виде руководителя грантов международных проектов, грантов РНФ и других, вот РФФИ, Арктика и прочее, там привлечены серьезные средства, которые опять же открывают ставки для молодых ученых, для аспирантов по приобретению оборудования на полевые экспедиции и прочее, прочее. Поэтому проблема основная – это финансирование. И вот этот Дальневосточный фонд, эта проблема стоит именно в финансировании. То есть главное, чтобы мы донесли эти мысли до руководителей и получили финансирование. Потому что даже в регионе, в республике у нас всего на один проект был поддержан для 7 заявок. Если бы хотя бы половину мы поддержали, эти цифры были бы в разы больше. Дальше вот все-таки переходя на развитие научного потенциала Дальнего Востока, вот это фонд молодых ученых Дальнего Востока, мы хотим, вот здесь вот карта представлена, вот, создать филиалы в крупных городах Дальнего Востока, это вот в Владивостоке обязательно, конечно, в Хабаровске, который будет объединять и Амурскую область, в Улан-Удэ, он будет и Забайкальский край, сейчас они как бы подведомственные, конечно, под сибирское отделение РАН, но тем не менее территориально они относятся. И когда мы вчера разговаривали вот с Пармоном, с председателем президиума сибирского отделения, он говорит, что любая поддержка, которая будет связана в развитии науки, в развитии молодых ученых, мы будем всегда поддерживать, не там, смотря на там, независимость от представительства. Поэтому развивайтесь, мы вас поддержим. И вот в Якутске, допустим, вот таких вот 4-5 филиалов, и может на Камчатке. Почему именно Камчатка, которая будет объединять и Магаданскую, и Чукотскую область? Потому что там сейчас глава региона, вот,
очень. Когда он был председателем правительства Якутии, у нас мы встречались, молодые ученые, с ним, и он эту проблему понимал, потому что он сам от науки, он как бы в МГУ, то есть он фактически понимает и все эти проблемы. И вот, вот единственное, вот здесь я хотел бы, конечно, сказать, что идеи хорошие, и когда идеи хорошие, вне зависимости от смены руководства, они должны идти дальше. У нас не получается немножко по-другому, когда меняется... То есть там фактически было распоряжение правительства, осталось только подпись поставить, и вот это пошло у нас, финансирование пошло от нашего фонда. Сменился, значит, председатель правительства, он ушел на Камчатку, этот проект все, исчез. То есть как бы мы ни спрашивали, и все, финансирование было, ну, обрублено. Как бы. Поэтому здесь есть проблема, что, ну, не всегда так, но бывает, что руководители, которые сидят 4-8 лет, они смотрят только вот эти 4-8 лет и не смотрят на долгосрочную перспективу, на 20, на 30 лет, что будет. Поэтому любую болезнь, как, ну, это везде так, даже в медицине профилактика всегда дешевле и намного эффективнее, чем само лечение. Поэтому если мы вот сейчас именно должны это создать, чтобы как бы этот порог как бы, ну, максимально проще перейти уж там через 20 лет и так далее. И вот здесь вот более подробно, если перейти к этому проекту, мы подготовили проект, создана рабочая группа из председателя Совета молодых ученых Дальнего Востока. У нас как бы руководителем сейчас является Купряшкин Илья, то есть мы там тоже обсуждаем вопросы. Но также второй аспект — это развитие именно советов молодых ученых, потому что как, насколько вот я вот более 10 лет руководил фондом, руководил советом молодых ученых, вот после реорганизации ФАНО и так далее, вот эта вот активность советов молодых ученых, она сильно упала вообще по всей России. Как. Поэтому особенно это ощущается вот на Дальнем Востоке, и этот фонд дальневосточный, он бы объединил советов молодых ученых Дальнего Востока, максимально их бы поднял. Почему мы вот говорим, что исполнители вот здесь представлены, советы молодых ученых регионов? Потому что в регионах они должны создать некоммерческую организацию и могут участвовать, потому что сейчас очень много развивается гражданское общество, некоммерческая организация. Есть гранты президента Российской Федерации для некоммерческих и много-много других как бы площадок. И это тоже привлечение средств для решения вот наших проблем, проблем кадров в науке. И здесь основная цель — это опять повышение научного потенциала на Дальнем Востоке уже. Основная идея — это сохранение научных школ, которые, как я уже сказал, что они сейчас как бы сильно страдают. Механизм такой, что создание сети некоммерческих организаций на Дальнем Востоке, в регионах, которые будут получать финансирование для реализации вот этих программ, как у нас был фонд Якутский фонд. И всего сумма 250 миллионов софинансирования от федеральных и региональных. И регионы готовы давать деньги. Вот вчера на заседании вот выступал тоже наш министр, он говорил, что мы готовы давать деньги по софинансированию с федеральным. Поэтому я знаю, что и в Бурятии тоже они предлагают. И уверен, что Камчатка, вот тоже вот губернатор, он тоже с удовольствием будет финансировать в рамках софинансирования вот этот фонд. Дальше вот задача, основные мероприятия, как я уже сказал, это, конечно же, вот академическая мобильность. Касательно научных исследований, есть много проектов для молодых ученых, также вот и по РНФ, и по другим. Поэтому здесь, конечно, будут всегда вопросы касательно, а почему именно Дальний Восток, почему у вас будет отдельный фонд. Здесь основной ориентир будет на, опять же, вчера выступали, именно на проблемы, региональные проблемы. То есть, опять же, междисциплинарные проекты, допустим, межрегионы как бы на Дальнем Востоке, решение проблем в том же там на Камчатке, вот такая нашумевшая тема, и другие, и по экологии, и по другим аспектам, в том числе и по гуманитарным наукам тоже, потому что тоже, мы считаем, что это тоже важно, и не обязательно именно прикладные вопросы решать, это если речь идет о развитии вообще как бы Дальнего Востока. Да, и также академической мобильности я уже сказал, поддержка. Здесь часто поднимали вопрос жилья и социальное. Здесь тоже вот этот блок есть, вот мероприятие «Социальная поддержка молодых ученых Дальнего Востока». Мы считаем, что на Дальнем Востоке это вот молодые ученые должны входить и в разные программы, именно в социальные, потому что это закрепление кадров. Очень сильный отток сейчас идет, и особенно отток не только, как бы, как я уже сказал, в научные школы ведущие, но и в другие отрасли, это в IT и так далее. Это тоже здорово, это нормально, и на западной практике это тоже так показывает, что многие доктора от PhD, они уходят, ну, остаются там, по-моему, только треть в науке, остальные уходят. Это все равно, это они, специалисты высшей квалификации уходят в отрасль. Как бы, это тоже здорово, это нормально, но тем не менее, там проблемы как бы у них таких вот нету по кадрам, потому что, ну, там совсем другое развитие науки. И заключительный слайд, это, вот ожидаемые результаты, ну, здесь, в принципе, перечислять не буду, понятно, что это даст, и по ресурсному обеспечению, вот здесь представлен слайд, что вот с 20 у нас проект разработан на 22-й, я надеюсь, что в год науки и технологии, 21-й год, этот фонд все-таки
поддержат. И вот у нас проект, он с 22 по 26 год на 5 лет. Сумма, как я уже сказал, она немножко варьируется. В среднем это 250 миллионов в год. Вот вчера разговаривал тоже с представителями Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Они сказали, что да, какая сумма? Я сказал, 250 миллионов. Да, это нормальная сумма, это даже нам нужно чуть даже больше. Поэтому мы сегодня должны будем с ними встретиться. Они это поддерживают идею, они могут выступить операторами, чтобы переводить как бы средства уже непосредственно на некоммерческие организации. Я думаю, после обеда сегодня в 3:30 мы это еще более подробно обсудим, потому что там проблем тоже есть внутри, как бы как это все-таки реализовать, сама реализация. То есть это еще проект, как бы такой он до конца не сформулированный, то есть не структурированный, он как бы сформулирован. И вот я могу сказать, что 3 дня назад было заседание в Государственной Думе, где вот я тоже выступил с этой инициативой. И вот Сергей Михайлович Миронов, он сказал, что это очень важно. Вот именно на Дальнем Востоке мы будем этот проект поддерживать, и мы включим в резолюцию вот этого круглого стола и передадим информацию Мишустину. Я думаю, что любые возможности, которые можно как бы разными путями доводить сведения, я надеюсь, что вот победитель трека «Наука» и победитель «Лидер России» прошлого года, тут Самардак, проректор Дальневосточного федерального университета, он сейчас имеет как бы, ну, выход к нашему зампреду правительства, который отвечает на Дальний Восток по Трутневу. И я надеюсь, что вот в ближайшие месяцы он должен с ним встретиться. Он тоже поддерживает эту идею. Мы с ним обсуждали этот вопрос. И он сказал, что он непосредственно, мы ему передали проект и представить. Я думаю, что этот проект, он как бы должен реализоваться. И он будет драйвером развития вот именно Дальнего Востока на ближайшие, ну, на долгие года, там, на 30, на 50 лет. Я считаю, что это очень важно, и это также решит проблему кадров в науке, именно вот на Дальнем Востоке и вообще в целом как бы, в Российской Федерации. Поэтому спасибо за внимание, если есть вопросы, я могу ответить. Спасибо большое за содержательное сообщение и за работу на перспективу, действительно. Есть какие-то вопросы у нас в зале от участников? Да, пожалуйста. У меня больше не вопрос, а больше комментарий, наверное, да, и коснется, наверное, 3 докладчиков, вот, начиная с Павла Андреевича, да, вот, и наукометрических показателей. Ну, вот, слабо были упомянуты, ну, в том числе и по наукометрии, в том числе и по поддержке, да, некоммерческих инициатив, да, вот, прикладные направления. Ну, Павел Андреевич, вот затронул большие вызовы, да, вот очень хороший пример по, в частности, по энергетике, да, но очень большая проблема, например, по взаимодействию с сектором экономики. Это же в основном крупники. Крупники, у которых уже свои там институты, свои уже там научные направления, и большие вливания там уже делаются, да, вот какой вот механизм должен был быть, да, вот какие-то, наверное, меры поддержки или меры там какие-то вот продвижения, да, молодежных инициатив должны быть. Вот, да. вот в этом мы, у нас трудности есть, да? Вот, ага. И по части наукометрии тоже вот есть же и другие показатели, например, вот, ну, патенты, там, их приложимость, да, вот, или, может быть, в денежном эквиваленте, вот, в этом отношении тоже стоило бы подумать, да, вот, ну, вот, чтоб, ну, есть же понятие квалиметрия, например, да, оценка качества. Ну, качественная оценка результативности, да, вот. А, вот это не было затронуто. Вот мы предлагаем, допустим, вот как-то ввести в результативном контексте, да, если сегодня какой-то документ будет вырабатываться. Вот. А, и по сути, вот по поддержке там НКО, это на самом деле очень крутая идея, да, вот сети НКО, да, вот. И вчера, например, была площадка с Росмолодежью, мы общались здесь, да, вот с главой Росмолодежи, да, и участники затронули такую тоже на самом деле интересную тему, проблему из зрения пропадать институт развития бизнес-ориентированных научных направлений, для прикладных направлений. Из поля зрения они просто пропали, их нет. Они не поддерживают, ну, наблюдается же в последнее время, да, вот некая такая тенденция их распределения. Ну, вот и был фонд содействия, там есть Сколково, ну, это понятно, это крупники, да, вот, но Местечково там, вот и в банках, там, в университетах, в институтах, есть свои институты развития, есть свои, там, допустим, бизнес-инкубаторы и так далее, да. Вот механизмов развития институтов, таких вот мелких институтов развития, их нет. Вот, вот это вот можно было бы тоже в эти механизмы включить, в вашу программу. Было бы очень хорошо, например. Ну, это вот мой комментарий такой просто. Иван, спасибо. На самом деле полезное очень замечание, комментарий вот по поводу прикладных исследований. Я бы вот хотел тоже небольшой комментарий. Тоже вчера и с Ниной Васильевной обсуждали ситуацию. То есть, например,
узкие прикладные научные исследования, которые выполняются на базе университета, потому что университет имеет уникальную приборную какую-то научно-исследовательскую базу. Да? Это могут быть небольшие заказы на нужды предприятия. Если мы говорим полностью вовлечение промышленного партнера в реализацию какой-то научно-исследовательской задачи, да, то это нам нужно действовать только, ну, действовать по постановлению 218, например, участие в конкурсе, да. То есть там и сумма на 3 года, да, то есть тут и кооперация, и финансовые средства получает промпартнер, а вуз уже потом переводит за выполнение определенных научных исследований. Это то, что я говорил про КНТП, это комплексный научно-технический проект. То есть в этом комплексном научно-техническом проекте обязательно должно быть софинансирование промпартнера. То есть он определяет, что приоритет для него, и приходит, можно сказать, вуз, да, или вуз приходит к промпартнеру и говорит, вот у нас есть такие-то компетенции, давайте совместно мы с вашим софинансированием реализуем вот эти мероприятия. То есть есть эти меры поддержки, о них нужно говорить, на них нужно заявляться и опять же вот формировать научные группы вокруг вот этих показателей. Ага, спасибо за комментарий, который вот по другим, да, вот показателям. Вот, ну, да, я хочу вот тут прокомментировать один момент. Сейчас, да, вот если память не изменяет, где-то в 19-го вроде бы года вот организована такая вот бальная система оценки вот по всем этим спектрам для академических институтов. Там не только вот публикационная активность, да, там, то есть не количество публикаций, там много факторов, ну, практически весь спектр факторов охватывается, где занимаются вот научные исследования, да. Ну и, соответственно, локально по вузам тоже есть вот свои вот определенные критерии, определенные вот оценки, да. Но в принципе я хотел вот, ну, сузить свое сообщение по, ну, то есть конкретизировать, то есть, но все мы знаем, да, что большинство, да, вот основной критерий это все-таки сейчас это количество, то есть количество публикаций. Ну и хотелось бы вот как раз не распыляясь, да, по всем вот этим критериям, а вот конкретно вот решать задачи. Например, с 2013 года по 2020 год была поставлена задача увеличить количество, да, публикаций. Все, вот, в принципе, задача прекрасно выполняется, оно и дальше будет развиваться. Ну и, соответственно, надо уже думать более тоже про другую вот конкретную вещь. Ну, например, я считаю, это вот как раз вот механизм увеличения цитируемости по вот статьям. То есть вот конкретно поэтапно решать вот задачи. То есть первая задача выполнена, потом надо уже приступать к следующей и так далее. Спасибо. Тоже коротко отвечу совсем касательно вот инновационных там, ну, институтов развития. Все-таки здесь я хотел бы разделять. То есть это одно. У нас задача как бы это развитие, ну, вот проблема, решение проблем кадровой, то есть кадры в науке. То есть понятно, на мой взгляд, все-таки, что институт развития там наиболее как бы стреляют проекты, которые имеют научное какое-то, ну, обоснование и так далее. Там есть, тоже надо их разделять, есть бизнес-проекты, как бы, ну, бизнес-инкубаторы, чистый бизнес, как бы, есть проекты, которые имеют основу как бы именно от науки, какие-то научные исследования, научные результаты, которые входят как бы в приклад. И вот надо, ну, сейчас, ну, ни для никого не секрет, что эти проекты меньше 10%. Как бы. Ну, там, в основном это идут как бы институты развития в плане развития бизнеса. Как бы. Есть, конечно, IT и прочее, но именно научные разработки, они как бы там их очень мало. И они в основном как раз имеют такую основу, они могут как бы очень серьезно развиться. Да. Но в том-то дело, что у нас это будет меньше, если не будет вообще людей в науке. Грубо говоря, наша задача сейчас решить, чтобы были люди, то есть чтобы они остались в научной школе. Чтобы... И не только вот по прикладным, конечно, вопросам, почему вот я хочу разделять это, потому что есть фундаментальные проблемы, которые они тоже нужны. То есть нужны, в любом случае, нужны исследования, те, которые не имеют прикладной выход. Поэтому мы хотим вот это именно поддержать, вот этот научный потенциал, чтобы он был, а потом уже следующая задача, чтобы вот этот научный потенциал давал какие-то прикладные результаты, которые можно дальше уже развивать в институтах развития. Наша задача – это другая. Поэтому здесь я хотел бы ответить, что это разные вещи. Спасибо большое за обсуждение. Давайте, поскольку затронули вопрос фонда, Дальневосточного фонда, да, его создания, давайте дадим слово Купряшкину Илье Владимировичу, председателю Совета молодых ученых Дальневосточного федерального округа, и попросим его рассказать о состоянии науки с его точки зрения вот в настоящее время, на сегодняшний 2021 год. Илья Владимирович, доброе утро. С
Спасибо, что Лиза. Вы с нами. Всем добрый день, коллеги. Благодарю за приглашение, во-первых. Ну, моя задача простая отчасти, и при этом она настолько же сложная. С одной стороны, я выступаю последним, имея возможность отнестись к некоторым тезисам, которые были озвучены ранее, к некоторым сюжетам. С другой стороны, тема, основной лейтмотив моего выступления о роли молодых ученых в науке, он подразумевает, с одной стороны, такую конституирующую часть, а с другой стороны, пафосную, призывающую, что ли, проблематизирующую. Я себе позволю, поскольку у нас площадка дискуссионная, в чем-то с нами самими же, с молодыми учеными, поспорить, посомневаться. Надеюсь, вы мне тоже такую возможность дадите. Дискуссионная площадка предполагает, чтобы мы не только друг с другом соглашались, но иногда делали пару шагов в сторону и смотрели на самих себя, на наши идеи и предложения с несколько другой позиции. Мне кажется, это всегда усиливает любую дискуссию. Очень много данных озвучивали выше мои коллеги, я повторяться не буду, присоединяюсь. Не буду оригинален в дополнение и поддержку сказанного коллегами, просто озвучу несколько тезисов или сюжетов, которые считаю важным озвучить. Вот говорили о публикациях, хочу еще отметить такой факт. Вот в России порядка 700 университетов разной ведомственной принадлежности, при этом вот в той самой группе, которая была выделена, это 21 университет, выделена в программе академического превосходства, та самая программа 5-100, это 21 университет. Так вот, им принадлежит, я сейчас точно цифру не помню, точно больше 30% всех российских публикаций с учетом Академии наук. А самое главное, 38% всех цитируемых публикаций. Я повторюсь, университетов в России около 700, 21 университет делает больше 30% публикаций всей науки в России, да, и 38% всех цитируемых публикаций. Мне кажется, ну, это тоже о чем-то говорит. Раскрою свою мысль потом в дискуссии, если что. Ну, что касается связки и вот темы форума «Наука молодых» нашей площадки, наша площадка, точнее, «Наука молодых», мы говорим о роли молодых ученых в науке. Сам форум называется «Университет и геостратегическое развитие территорий». Ну и что называется действительно наша тема. Дальний Восток занимает почти 40% территории России, при этом это около 10 миллионов человек. Плотность ученых и молодых ученых уже коллеги озвучивали. Тут мы не можем поспорить ни с каким другим регионом России. И для нас вопросы связанности территорий, которые отмечены также и в важных стратегических документах российских, они действительно принципиально важны. Я думаю, меня коллеги поддержат. Самый распространенный способ очной встречи молодых ученых, коллег, дальневосточников – это когда мы все приезжаем на какие-то мероприятия в Москву. Вот. Нам гораздо сложнее приехать в гости друг к другу, это почти невозможно. Да, ну вот на мероприятиях федерального масштаба мы встречаемся друг с другом, тем ценна роль таких мероприятий, как Восточно-экономический форум и вот нынешний форум в Северо-Восточном федеральном университете, когда молодые ученые могут собраться и не только с федерального округа, но и со всей страны. Поэтому, конечно, значение вот такой площадки очень важно для меня и для всех нас. Наш регион, федеральный округ, имеет свою особую национальную программу развития Дальнего Востока, об этом все знают. В ней особым пунктом отмечена поддержка программы развития двух федеральных университетов, которые на территории Дальнего Востока находятся. И здесь уместно обратиться к нашему опыту, к опыту координационного совета, к опыту советов молодых ученых. Пару тезисов я здесь озвучу из своих соображений. У нас на Дальнем Востоке списочно, по крайней мере, около 60 советов молодых ученых, эта цифра плавает. И вот меня очень удивил вопрос, поднятый кем-то из коллег,
тоже нас научит писать статьи или там, какие-то такие вещи, мы представители советов молодых ученых. Мне кажется, это вопрос к нам самим, вопрос к самим советам молодых ученых. А что же мы делаем тогда? А зачем советы молодых ученых создавались, если они не коммуницируют с другими советами молодых ученых, не выходят на контакт с координационным советом, ну и так далее. Вот это для меня вопрос принципиально важный. Я считаю, что мы сами определяем степень своей причастности к чему-либо. В этом году наши коллеги на Камчатке по инициативе Сергея Тихонова воссоздали Совет молодых ученых Единой геофизической службы РАН. У них 13 филиалов по всей стране, это Федеральная Единая геофизическая служба РАН. И наши коллеги с Камчатки стали инициатором воссоздания такого совета. Как раз они проводят такие мероприятия, для них очевидны цели и задачи деятельности советов молодых ученых, они работают, поэтому всех представителей советов молодых ученых, которые находятся вне повестки деятельности вот, нашего сетевого сообщества дальневосточного на советов молодых ученых, федеральной повестки, вливайтесь, приходите к своим председателям, приходите к председателям соседних советов, давайте общаться, коммуницировать. Мы только сетевым образом можем это наладить сами, никто за нас это не сделает. Вот это важно, я подчеркнул еще раз, у нас есть федеральные университеты, мы должны брать вот здесь, как представитель советов молодых ученых, ответственность на себя. Именно мы сами должны создавать идеи, смыслы, не только или не столько отвечать на запрос какой-то, общества, времени там, вот, и так далее. Мне кажется, это принципиально важно в деятельности советов молодых ученых. Вот про жилищные сертификаты поднимали вопрос, но знаете, коллеги, я в этом году был членом комиссии при территориальном управлении Миноборнауки по федеральному округу дальневосточному. Мы рассматривали полученные заявки, которые прошли формальный отбор, только формальный. Да? Вот, в том смысле, что человек прислал весь пакет документов. И мы уже смотрели, правильно оформлен документ или неправильно. Так вот, с правильно и неправильно оформленными документами заявок было не больше 15. Я сейчас в цифрах ошибусь, это, кажется, был ноябрь месяц. Коллеги, то ли 11 было, то ли 13 заявок. Мы, конечно, можем на всю страну просить построить нам квартиры, выдать нам квартиры и так далее. Но мы не пользуемся даже теми средствами, теми программами, которые есть. Ну, давайте откровенно, ни один руководитель федерального ведомства, и регионального, и муниципального на такой диалог не пойдет. Есть программы, давайте пользоваться ими. Давайте покажем, что тех действующих программ нам недостаточно. Что там, не знаю, на федеральный округ было там, 12 сертификатов условно, а заявок было 400, 800, 1000 ну, и так далее. Тогда это совершенно другой разговор. Ну, подчеркну, важность жилья, конечно, принципиальная. Она для всех нас стоит. То есть я не против самой этой проблемы. Вот. Ну, мне кажется, это важные вещи. Относительно программ поддержки. Вот, опять же, мы усилиями координационного совета 2 года назад в один дайджест собрали все программы поддержки президентской линейки грантов. Презентовали, кстати, этот дайджест и лично Владимиру Владимировичу в Сочи, и на молодежной площадке прошлого ВЭФ, который был в 2019 году, я презентовал вот этот дайджест всем участникам, которые собрались с Дальневосточного федерального округа на молодежную площадку, которая была посвящена в том числе и вопросам науки и инноваций на ВЭФ 2019. Ну и так далее. Вот такая работа, она регулярно ведется. И, ну вот, давайте честно. Ну, стыдно признаваться на широкую аудиторию, что мы там о таких вещах не знаем. Ну, не знаешь, спроси у подруги, спроси у друга, посмотри в интернете, ну и так далее. На каждом сайте есть контакты там, своего совета молодых ученых, других и так далее. Мы проводили встречу с министром Валерием Николаевичем Фальковым вот этим летом, во время пандемии, кстати говоря, со всей России собирали вопросы. Вопросов несколько сотен было со всей России. Я сейчас постесняюсь называть цифру количества вопросов, которые мы получили с Дальневосточного федерального округа. И многие советы молодых ученых не присылали свои вопросы. Как это трактовать? Я это трактую как человек, который занимается координацией деятельности советов молодых ученых на Дальнем Востоке. Сам был председателем Совета молодых ученых в Дальневосточном федеральном университете. Что-либо... Никаких проблем у молодых ученых нет, либо вопросов у них нет и так далее. Да? Но потом, ну вот с вами
встречаемся на молодежных площадках и друг другу жалуемся, что недостаточно нам вот кто-то чем-то помогает. Ну, мне кажется, тут вопрос нашей проактивности очень важно ставить перед самими собой. Был тезис про гуманитарные науки, как вот нам тяжело, я сам кандидат философских наук, я поддерживаю, действительно, есть определенная специфика, когда мы говорим о наукометрической оценке гуманитарных, социогуманитарных наук, естественных, но насчет сложности публикаций и так далее, ну, честно, давайте как бы, не будем кривить душой. Те исследователи российские, которые занимаются актуальной научной повесткой, у них нет никаких проблем с публикацией. Более того, во времена холодной войны, время самого жесткого идеологического противостояния, почему-то советских историков, философов цитировали, печатали, перепечатывали, с ними спорили и считали нужным спорить. Поэтому, ну вот, прикрываться тем, что якобы вот там нас зажимают, и там наши статьи просто не хотят печатать, ну, коллеги, ну мне кажется, тоже несерьезно. Надо к самим себе тоже построже отнестись в чем-то. Мне кажется, мы иногда должны сами вот так проблематизировать собственные же тезисы, собственные идеи, сталкиваться с методологиями, и тогда говорить об этом. Про задачи СМУ. Вот у нас был очень интересный опыт в прошлом году. Коллеги из Совета молодых ученых Забайкальского госуниверситета, у них в университете действует конкурс грантов для студенческих научных проектов, обратились в наше сетевое сообщество Советов молодых ученых Дальнего Востока за экспертизой. И мы организовали эту экспертизу на общественных началах. Представитель Советов молодых ученых Дальневосточного федерального округа, там со всех крупных городов региона, коллеги, вот Айтал Игоревич Яковлев сидит в аудитории, мой товарищ Айтал Игоревич, приветствую, принимал активное участие, написал несколько экспертиз на проекты и так далее. То есть все откликнулись. Вот мне кажется, это очень хороший пример сетевого взаимодействия, когда молодые ученые сами поддерживают собственные же инициативы. Все, кстати, коллеги получили потом благодарственные письма от ректора Забайкальского госуниверситета. Эта работа не осталась незамеченной. Такую лучшую практику мы тоже выносили на форум советов молодых ученых, который в конце прошлого года был. Это тоже было поддержано. Это очень хорошие такие вещи. И мне кажется, под такую работу, подобную работу точно нужно продолжать. Это то, что касается нашего опыта. Возможностей для включения наших активностей в федеральную повестку, в глобальную повестку, ну, мне кажется, все-таки хоть отбавляй. В этом году год науки и технологий в Российской Федерации, мы от Координационного совета ряд мероприятий планируем проводить, некоторые уже запущены, есть проекты на острие науки, посмотрите, зайдите на сайте, там очень интересные проекты, в которых каждый может поучаствовать, можно прийти в свою школу с лекцией, можно, ну, в общем, найти дело для каждого, было бы, что называется, только желание. Вчера мы все видели документ, правительство утвердило единый федеральный перечень крупных мероприятий года науки и технологий в России. Но это не значит, что нельзя выступить с инициативой провести свое крупное мероприятие и получить информационную поддержку, экспертную поддержку в рамках года науки и технологий в России. Все это можно делать, и мне кажется, это нужно делать. Относительно дополнительной поддержки помимо науки, ну, мне кажется, тут опять же мы, когда я говорю «мы», сейчас я имею в виду университеты, уж тем более мы федеральные университеты, мы автономные университеты, но мы не умеем сами работать, например, с выпускниками, да, с партнерами. Что мешает выстраивать? Вот в бизнесе есть такое понятие «пожизненная ценность клиента». А мы забываем о своих выпускниках часто, они становятся CEO крупных компаний, они становятся полпредами, министрами, губернаторами. А давайте приглашать их в университет прочитать публичную лекцию. А давайте пригласим их в университет, стипендиальный фонд создать от отдельной компании. А давайте посадим их в наблюдательный совет университета. А давайте пригласим их поучаствовать в развитии эндаумент фонда университета. Вот с этим мы должны и можем работать, в принципе. И нужно эти, опять же, вопросы предъявлять самим себе. Дальше мне хотелось бы сказать пару слов о том, что кому как не нам, не молодым ученым, стоило бы почувствовать на себе изменения, принять неизбежность изменений, их постоянный необратимый характер. Это диалектическая идея, да? Вот, то есть вот сейчас в тренде цифровизация. На повестке вопрос
CDTO в университетах, проректорам по цифровой трансформации университета. Это вопрос не о том, чтобы появился айтишник в университете, главный айтишник. Это вопрос об изменениях. Мы все стоим перед вызовами новых моделей, формирования новой культуры. Да? И тут, конечно, это все очень гармонично встраивается и в проект «Приоритет 2030». Вот НОЦы по такому принципу должны работать, МСМУ, консорциум. Это все под зонтиком СНТР, ну и дальше, если продолжать, это там глобальная повестка ООН. Да? Мы должны говорить о третьей миссии университета, которая включает в себя, ну, которая подразумевает взаимодействие университета с обществом. И, конечно, кому как не молодым всем этим заниматься. У нас горизонт большинства стратегических документов, ну или, кстати, вспомните, один из институтов развития, университет 2035. Это 30-й год, 35-й год. Это значит, к тому времени те, кто сейчас в старшей школе, те, кто только поступает в университет, там наши бакалавры, магистры, аспиранты, будут ядром там, действующей силой российской науки. Мне кажется, вот такие вещи мы должны уж точно сами себе ставить задачи. А иначе все эти национальные программы, все наши предложения будут спотыкаться об одно единственное бревно, что сама молодежь не берет на себя ответственность за эти инициативы, за эти решения. Пока мы их только кому-то предлагаем, никто не будет к ним прислушиваться, уж извините меня. Поэтому завершающая моя часть, такая пафосная, будет в том, что именно мы, молодые ученые, должны, во-первых, понять сами, во-вторых, объяснить всем окружающим характеристики, все рамки современной эпохи. Это все, что касается конкуренции. Именно мы можем и должны принести пользу своим руководителям, своим профессорам, научным группам. Рассказать, как можно действовать в новых условиях, где сегодня можно найти финансирование. Никто сегодня просто так его на веревочке не спустит. Поэтому молодые ученые – это лидеры, а представители советов молодых ученых, участники треков «Лидеры России», там, научного трека, любых других акселерационных программ, те, кто претендует на победу в грантах конкурса, те, кто претендует на программу мобильности – это точно лидеры в любом случае. А лидерство, вот как я его понимаю, и вот сейчас, мне кажется, уместно об этом сказать, лидерство – это способность принимать решения и брать за них ответственность тогда, когда асфальт закончился. То есть принимать решения и брать за них ответственность в ситуации неопределенности. Вот как, например, пандемия случилась, да, это неопределенность ситуации. Потому что отстающие – это как раз все те, кто всегда будет просить пример для того, чтобы заполнить по образцу. А настоящий лидер – это тот, кто создает тропу. Для всех остальных показывает этот путь. Поэтому я призываю всех нас относиться к будущему как к ресурсу, обращаться с будущим как с ресурсом, сформировать для себя желаемые варианты развития будущего, желаемый сценарий и совместно сообща в коммуникации с другими молодыми учеными, в коммуникации с нашими старшими товарищами. Потому что, ну, конечно, мы все карлики на плечах титанов, без наших научных руководителей, без опоры на традиционные школы ничего сделать нельзя будет. И тогда я надеюсь, что все у нас получится. Еще раз благодарю организаторов, всех участников сегодняшней дискуссии, всего форума за этот интересный живой диалог. Всем успехов на научном поприще и не только на нем. Спасибо большое. Спасибо большое, Илья. Зарядил сейчас, наверное, нашу аудиторию на активную деятельность. Но, тем не менее, да, и покритиковал тоже. Я все-таки хочу в противовес этой критике выразить слова благодарности собравшимся здесь представителям, председателям Советов молодых ученых, потому что действительно упоминал здесь Иван об отсутствии финансирования. Елизавета, я перед тем, как отключусь, тоже всех благодарю. Естественно, это не значит, что работа не ведется. Вы подождите, не отключайтесь. Да? У нас еще могут возникнуть вопросы к вашему выступлению.
Вот, я хотела поблагодарить всех за ту деятельность, которую вы ведете. Вы действительно одни из самых активных, наверное, молодых представителей ваших организаций. Вы помимо своей научной деятельности или преподавательской деятельности осуществляете организацию молодежного сообщества в ваших организациях, прошу прощения за тавтологию, но это так. И все-таки действительно я надеюсь, что именно с вас ваша молодежь берет пример того, как нужно действовать и брать на себя вот ту самую ответственность, о которой сегодня здесь говорили. Ну, вот. Ну, потому что действительно в русском языке существует масса всяких поговорок, и под лежачий камень вода не течет и так далее, и без труда не вытащишь рыбку из пруда. То есть для того, чтобы улучшить нашу с вами жизнь и окружающую действительность в лучшую сторону, действительно необходимо предпринять какие-то собственные усилия. Если у аудитории есть какие-то вопросы к нашему докладчику, к Илье Владимировичу, пожалуйста, можно задать. Пожалуйста, дайте микрофон. У меня комментарий к нескольким докладчикам. Меня зовут Людмила Лебедева, Институт мерзлотоведения. И вот я бы хотела подчеркнуть важность системной поддержки молодых ученых, и очень логичной. И это касается и к тому, что молодой ученый, как вы говорили, развивается в инициативных группах, и к тому, как нам оценивать молодых ученых, потому что, безусловно, важно, чтобы мы приносили результат. И вот в этом смысле, и это, безусловно, относится к выступлению Ивана про вот инициативу создания фонда. Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы при развитии молодого ученого от студента, который пока мало что себе может представлять и в науке, и уж как, что там от студента там, писать статью в Web of Science, вот до уже, ну, чтобы расти, важно вот эта вот логичная и системная поддержка, и начиная с маленьких грантов, вот в этом смысле мне кажется классно, когда в университетах и в институтах есть какие-то программы поддержки, когда туда приходишь писать кандидатскую. То есть я, например, не из Якутска, я приехала сюда писать кандидатскую в Институт мерзлотоведения. И это было очень круто, когда уже на первом году аспирантуры мне дали там наш грант имени Мельникова, который 30 тысяч рублей, просто чтобы съездить в Москву на конференцию. Но я ощущаю эту поддержку. Я работаю, и затем вот как в РФФИ были эти программы, мой первый грант, потом грант, который тоже еще можно было без степени получить, чтобы ездить в какие-то другие города к руководителям. Я ездила так в Магадан, например, что было очень полезно для моей работы. И вот именно, и в этом смысле, мне кажется, вот то, что, опять же, что предлагает Иван про создание именно регионального, то есть это такой очень нацеленный, как бы с очень четкой целью, что именно на региональном уровне, именно для определенного уровня развития, чтобы расти дальше, ну, потому что невозможно получить грант РНФ как бы первому курсу аспирантуры. И вот, вот важность именно вот этой лестницы, по которой вот я прихожу, я вижу, я могу вот так вот идти, я могу в этом году получить этот грант, через год другой, а через 3 года подать на РНФ, а через там 5 лет руководить собственной группой. И вот, в общем, я могу сказать, что вот именно я на таком пути нахожусь, и в этом смысле чувствую, ну вот, это классно. Я вижу, что уже те, которые работают в моем научной группе, они тоже понимают. И вот в этом смысле, мне кажется, важна вот эта логика поддержки и оценки, потому что мы тут же, нам дают, и мы должны тут же давать результат. Вот, вот это вот мой такой комментарий про вот эту логику, систему, лестницы. Спасибо. Если вы видите эту логику, поделитесь со своим окружением, чтобы остальные тоже эту логику увидели. Да, пожалуйста. Спасибо. Игорь Данилов, Северо-Восточный федеральный университет. И у меня вот, я уместно вижу, что в рамках нашей дискуссионной площадки и обсуждения таких проблем студенческой науки, да, в целом, мы, студенты, встречаемся с такой проблемой. От нас, конечно же, требуются и показатели, и в частности по публикационной активности. И вот журналы, входящие в перечень ВАК, а также входящие в международные базы данных, Web of Science, возможно, Scopus, они не желают принимать даже на рассмотрение студенческие статьи, даже это, если статья написана в соавторстве с кандидатом или с доктором наук. У нас есть такая проблема, и вот нарастает следующая проблема. Если студент
после окончания, возможно, магистратуры, минуя аспирантуру, пожелает выйти на защиту, уже готовый защитить, будет готов защитить кандидатскую диссертацию, то при этом ему необходимы будут эти три статьи ваковских, да, то у него не доберется в целом. Потому что вот статьи публикуют уже начиная только с уровня аспиранта, а вот у студентов статьи не принимают даже на рассмотрение. Тут вопрос не в качестве и не в содержании статьи, да, а в статусе автора всего-то навсего. Хотите секрет открою про статус автора? А вы научное исследование свое выполняете, наверное, не столько как студент, сколько как сотрудник какой-то организации? Нет. Именно как студент? Да, как студент. Ну, тогда это какая-то практическая работа. Ну, не всегда, потому что студенты сейчас... Вы же на какой-то кафедре это делаете, правильно? Ну, смотрите, студент – это учащийся. Угу. А человек, который делает научное исследование, у него, как правило, есть еще какой-то статус именно в научном плане. У нас, например, в Академгородке Новосибирска очень развита такая практика, когда студенты даже уже начальных курсов, младших, первого и второго, приходят в научные организации. Ну, у нас это очень хорошо налажено, потому что университет Новосибирский государственный находится в Академгородке в окружении научно-исследовательских институтов, но сейчас у нас наука и в вузах развивается, mm-hmm. опять же, то есть есть какие-то лаборатории, именно не кафедры, а лаборатории в рамках вуза. Вот. И вот эти студенты студентами остаются в университете. Когда они приходят в институт, они, ну, на начальном этапе это старшие лаборанты, как правило, да, с высшим образованием, если это, ну, если есть диплом бакалавра, магистров устраивают уже на должность инженера. И вот когда человек подает свою работу, написанную там публикацию, да, куда-то в журнал, он указывает статус не студент, а научный, ну, работник mm-hmm. научной организации. То есть если это зарубежные какие-то публикации, там, как правило, не требуется какую-то конкретную должность указывать, то есть просто можно писать там исследователь, да, или там ученый, как-то так это обозвать, грубо говоря. То есть не нужно указывать именно статус свой студенческий при подаче публикации, и этим снимаются все вопросы. Ну, у нас вот не всегда имеется возможность трудоустроиться где-либо, потому что не каждый студент... А когда вы статью подаете онлайн, там никто не проверяет ваши договорные отношения с организацией. Ну, это уже тогда другой вопрос. Спасибо за такой некий лайфхак. Я, скорее всего, добавлю, Игоря, да? Ну, мы вот сейчас хитрости, ну, узнали, что есть такие хитрости, но на самом деле, действительно, да, для студентов вообще можно было бы это не хитростью где-то что-то брать и печататься, а как-то в законодательстве, в нормативных актах это предусмотреть, или как, не знаю, в правилах приема статей, что вот студент тоже может там подавать какие-то статьи в ваковские, восовские журналы. Просто сейчас у студента... Да, я работаю именно со студенческой наукой. Очень даже неплохие там результаты, неплохие исследования. Уровень намного выше, чем было раньше. И этот уровень будет повышаться. И как бы не обходя какие-то вот эти, как сказать, ну, лайфхаки, да, не надо придумывать, мне кажется, а именно выйти на правительственный уровень или же на Академию наук, чтобы этих запретов в будущем не было. Ну, мы можем это организовать, например, в рамках России, да, российских публикаций. Да. Мы не можем обязать зарубежные журналы каким-то следовать каким-то нашим пожеланиям, да, то есть есть какие-то общие правила. Вот. То, что я сказала, это даже не лайфхак, это, ну, это жизнь научная такая, на самом деле так все живут. Вот. И у студента, у него же всегда есть руководитель научный. То есть вот мне удивительно, что вы говорите, что даже если работа сделана в соавторстве с кандидатом или доктором, ее все равно не принимают. Я вообще, если честно, первый раз такое слышу, потому что, ну, кандидат наук может, собственно, выступать автором, который подает эту статью, да, это же не обязательно на студента должно ложиться, может статью подать кандидат наук, при этом студент будет первым автором в этой статье. Таких примеров просто масса, но вот в моем... Нет, журналы есть, но есть и ограничения. Вот именно нужно подумать над тем, чтобы эти ограничения снимать уже. Это уже пора. Потому что вот молодежь сейчас, действительно, вы говорите, да, это в 23 заканчивают это, и остается там всего 12 лет. А если
до окончания студенчества он уже занимается наукой, у него не будет никаких препятствий, да? То это, я думаю, было бы тоже хорошо как предложение. Вот, в вот, принципе, знаете, можно было да, выйти на академию. Я, если честно, просто за всю свою карьеру первый раз об этой проблеме слышу. Я вот писал в несколько редакций журналов. Не несколько, там больше 30 журналов насчет того, возможно ли публиковать. Я только за вопросом выходил, а не со статьей, да? С кем-то созванивался, кому-то на почту писал. И приходили ответы даже со ссылкой на какие-то нормативные внутренние документы, на какие-то регламенты, на положение о том, что у них аудитория, вот именно научное общество. А также вот насчет статей в соавторстве с учеными, да, состоявшимися учеными, мне отказывали статьи, вот именно входящие в международные базы данных. Вот интересно, почему журналы, которые входят в Web of Science Scopus, они не готовы принимать статью ученого в соавторстве со студентом, а не в статью студента в соавторстве с ученым. Я вот именно подавал вопрос того, что может ли ученый публиковать статью в соавторстве со студентом. Ну вот такие вот журналы имеются. У меня десятки таких статей со студентами. Вообще проблем ни разу не возникало. Мы встречались с такими. Спасибо. Ну ладно, хорошо. Мы это примем к сведению, постараемся. Ну, мы подумаем, да, как это сформулировать, да. Да, Петру Николаевичу. Коллеги, можно организационная реплика? Там в чате очень много вопросов и каких-то комментариев тоже по ходу дискуссии. Если не предполагается в дальнейшем читать вопросы из чата, может быть, кто-то из модераторов... Мы их, может быть, скопируем посмотрим. Хотя бы, чтобы видеть те вопросы, которые были заданы в чате. Так, давайте предоставим слово Петру Николаевичу. Ну, я хотел просто маленький ремарк сделать. Вот сегодня мы вот услышали в основном о проблеме. Потом здесь вот мы хотим написать, ну, опубликовать статью, есть такая-то проблема. Мы хотим заниматься наукой, есть такая-то проблема, да? Или с другой стороны, как бы, да? Вообще я хотел бы напомнить нашим молодым ученым, что многие все вы прошли аспирантуру, да, а некоторые сейчас проходят докторантуру. И когда мы проходим обучение аспирантуре или подготовку к докторантуре, то, соответственно, у каждого человека есть индивидуальный план. Вот. И просто не надо забывать об индивидуальном плане. Когда мы занимаемся наукой, человек, который занимается наукой, он должен постоянно иметь свой план работы. Это на год, на 5 лет, на 10 лет. И, соответственно, вы должны постоянно там обозначивать, когда вы должны опубликовать статью и так далее. Ну, просто бывают такие случаи, что и сегодняшним вот выступлением по вопросам, ну, просто я так понял, что вы вспоминаете о том, что надо подавать статью тогда, когда вам попросили сверху или кто-то там, напиши, пожалуйста, вот год заканчивается, пиши статью. И вот вдруг вы вспоминаете, начинаете там работать и так далее. Чтобы вот такого не было, вот мое пожелание, чтобы иметь все-таки вот план работы. Вот. Ну и самое главное, это то, что вот сегодня мы говорим много о работе со школьниками, со студентами, да. И это действительно наш будущий кадр, подготовка научных кадров, да. Вот. И, соответственно, вот я вот нашим вот будущим ученым и вообще нашим вот сотрудникам хотел бы пожелать иметь хороших своих наставников. Когда имеешь хорошего своего научного наставника, консультанта или руководителя, это, можно сказать, что вы взяли счастливый билет в своей жизни. Вот. Ну и самое главное, вы тоже должны стараться быть таким же хорошим наставником или руководителем, чтобы быть таким же хорошим билетом для подрастающего поколения. И, соответственно, тогда у нас будет как раз вот преемственность и все, что мы говорим, и будет возрождаться и развиваться научная школа и так далее. Вот. Да, небольшую ремарку и вопрос у меня есть к последнему докладчику, предыдущему, предпоследнему докладчику. Конечно, любой проект – это люди, это коллектив. И вот этот фонд, который создали у нас в республике, это был, ну, как бы, это действительно был коллектив Совета молодых ученых. Я благодарен ему, который и неоднократно в 2013-2014 году мы становились лучшим Советом молодых ученых в Сибирском отделении Российской академии наук. Там был такой кубок,
переходной, который, то есть это было такое серьезное мероприятие. Вообще, в целом, вот эта активизация советов молодых ученых, это тоже очень важно. И соглашусь вот с Ильей, что только команда может это реализовать. Я знаю, что была мощная команда. Здесь участники сидят, которые стояли у истоков. Вот Игорь, да, вот Айтал, вот. И вот здесь Анастасия Бильдер была, есть, по-моему. И, в общем, в целом, вот эта команда, она решила эти задачи, как бы. То есть это как бы лидеры, которые помогли решить. Я уверен, что, как я уже сказал в своем выступлении, что вот этот Совет молодых ученых на Дальнем Востоке, он как раз должен активизироваться, и только тогда можно будет реализовать этот проект, который он достаточно амбициозный и очень сложный на самом деле. И если вот эта активизация не будет команды, его реализовать будет очень-очень сложно. Поэтому и у меня большой вопрос, вот, или должна была быть вторая встреча с министром науки, по-моему, в конце года, там, в сентябре или в октябре, где мы уже подавали вопрос касательно создания Дальневосточного фонда. Как бы эта встреча, она все-таки будет в этом году, или какая его судьба? Пока мне ничего не известно. Вот так слышно меня, да? Да, слышно. Мне пока ничего не известно о новой встрече. Ну, Валерий Николаевич нам сам заявлял, вы помните, да, на первом таком мероприятии, о том, что вторая встреча обязательно должна быть, поэтому я думаю, как только она случится и будет известно о том, что такая встреча готовится, конечно, мы будем сразу прорабатывать заранее и повестку, и вот те наиболее принципиальные, важные для нас вопросы, которые мы тогда не задали, или те, которые после первой встречи появились, мы, конечно, будем эту повестку включать. Пока сейчас мне неизвестно ничего о том, что вот эта встреча готовилась, например, в ближайшее время. Я думаю, нас уведомят, как только это будет возможно, встроить в график Валерия Николаевича, например, или еще что-то такое. Спасибо большое. Мы посмотрели комментарии из чата Zoom. Наверное, обязательно как-то отразим это все в нашей резолюции, все те моменты, которые наши слушатели онлайн отразили в этих комментариях. Вот. Но вопросов как таковых я здесь не увидела. Не знаю, может быть, ошибаюсь или мельком все просмотрела. Вот. Есть ли у нашей аудитории еще какие-то вопросы к обсуждению, к обсуждаемым здесь темам? Я хотела вот такой еще момент затронуть. Опять же, Илья говорил про то, что очень критически малое количество заявок на жилищные сертификаты было подано от Дальневосточного федерального округа. Конечно, там 10-15 заявок – это не то количество ученых, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий. Но мы знаем также, ну, наверное, все, кто когда-либо вообще сталкивался с этой программой и читал нормативные документы, мы знаем, что там очень жесткие условия и критерии. И я думаю, что вот это малое число заявок, оно, наверное, связано с тем, что человек просто осознает и понимает, что он под эти критерии по каким-то параметрам не проходит. Понятно, что подавать документы в таком случае, ну, бессмысленная совершенно задача, тем более, что время и финансово затратное. Вот, поэтому сейчас Советом научной молодежи, САРАН и вообще уже другими представителями и властей в том числе, у нас продвигается другое совершенно направление поддержки жилищных инициатив. Это программа льготного ипотечного кредитования для ученых. Причем независимо от возраста, не только для молодых ученых, а для ученых в целом по стране. Понятно, что ипотечное кредитование, оно для более широкой аудитории предназначено. Не нужно подтверждать свою нуждаемость, там, свой стаж и так далее. Вот. Но, тем не менее, нужно быть в этой среде, в научной, то есть это будет именно для ученых и на тот период, пока человек, собственно, занимается научной деятельностью. То есть он должен осознавать, что если он уходит из науки, там, в бизнес или куда-то на производство, то он этой поддержки будет лишаться от государства. Вот такую тему мы сейчас продвигаем. Она пока на стадии обсуждения, но уже на достаточно высоком уровне обсуждения эти ведутся, и мы надеемся, что будет это все принято, ну, по типу дальневосточной ипотеки, или вот есть еще такая программа ипотека на сельских территориях и так далее,
То есть это те программы, которые уже в России действуют, но они никак, конечно, не связаны с научным сообществом. То есть это такие общие программы для всех. Но вот, может быть, для ученых удастся организовать такую программу. Поэтому я предлагаю вот это тоже в нашу резолюцию включить в части поддержки социальной ученых. Ну и если у нас больше нет комментариев, дополнений, то мы, наверное, будем заканчивать нашу дискуссию панельную. Да, вот, пожалуйста. Лиза, есть комментарий к выступлению Лида касательно того, что молодые ученые, может быть, там Республики Саха-Якутия, да, принимают не такое активное участие в подаче заявок на жилищный сертификат. Я хочу сказать, Илья, что документы... В частности, да, молодых ученых до нашего Северо-Восточного федерального университета непосредственно мы направляются в Сибирское отделение Российской академии, то есть в город Новосибирск, а не к вам, потому что по науке мы относимся к Сибирскому отделению РАН, а территориально мы уже относимся к Дальневосточному федеральному округу. В прошлом году только от нашего университета мы подавали порядка 10 документов, то есть желающие есть. И есть люди, которые, в принципе, отвечают критериям. Спасибо. Нинель, а вы зря защищаетесь, потому что это не была атака в сторону якутских ученых. Вот давайте вот я еще раз проясню. На самом деле у нас есть несколько точек наибольшей активности советов молодых ученых и молодых ученых на Дальнем Востоке. И это, если просто по городам взять, это Владивосток, Хабаровск стал поменьше активность проявлять в последнее время в нашем сетевом взаимодействии. Но если по регионам, это Приморский край, это Забайкальский край очень активно принимает участие, это Республика Саха-Якутия и Камчадалы подтянулись, вот там очень активно они стали работать. Поэтому не принимайте на свой счет, мы ведь говорим в принципе о развитии территорий, о молодежной науке, поэтому это такая как бы рефлексия относительно всех нас, в принципе. Поэтому тут я вас только поддерживаю, и наше взаимодействие только крепнет с каждым подобным мероприятием. И я надеюсь, мы и дальше будем достигать поставленных целей. И цели наши будут все амбициознее и амбициознее. Спасибо. Можно еще к резолюции? Я хотел бы добавить касательно, возможно ли туда внести по ФЦП жилище, чтобы была возможность сертификат гасить ипотечный кредит. Как вот это мы, по-моему, обсуждали. Да, давайте тоже в резолюцию это внесем. Внести. Такие обсуждения тоже ведутся уже давно, вот поэтому это могло, если эти предложения будут звучать из разных площадок, с разных мест, я думаю, скорее решится этот вопрос. Да, я немножко уточню, потому что ждать решения жилищного вопроса молодыми учеными и ждать эту программу и не покупать жилье, это глупо. Поэтому многие, как молодые ученые, они вошли в ипотеку, а автоматически они выбывают из этой программы, потому что они уже не нуждаются, то есть по 51-му пункту ЖК, жилищного кодекса, они уже выпадают. Поэтому и заявок в целом мало, как бы, и вроде бы они не имеют жилье, но при этом они выплачивают в течение 30 лет вот эту, этот ипотечный кредит. Да, это известная проблема. Как бы они в такую вилку попадают, да. Поэтому я считаю, что это нужно включить в резолюцию. Хорошо. Для заключительного слова давайте, наверное, организаторам я передам микрофон для заключительного слова по нашей панельной дискуссии. Вот. Благодарю еще раз от себя лично всех участников за очень активное обсуждение, за ваше участие и за ваше внимание ко всем этим проблемам и вопросам. Это действительно очень важно. И вот еще просьба такая от меня лично. Здесь у нас присутствуют все-таки председатели и представители молодежных коллективов, организаций. Я бы хотела, чтобы вы поделились вообще своими впечатлениями и своими вот теперешними знаниями, которые в том числе вы сегодня извлекли из нашей беседы, со своими молодыми учеными в ваших организациях. Чтобы действительно это все не застряло вот на уровне нашей сегодняшней беседы здесь, а чтобы молодежь была в курсе обсуждаемых вообще проблем. Да, давайте в зал сначала, потом тогда для заключения Нинель Васильевна скажет. Все мы знаем, что ко дню науки наша коллега с Новосибирска выступила перед президентом Анастасия Проскурина, и мы бы хотели узнать, что сейчас вообще после этого, какие действия произошли в науке.
каким-нибудь изменениям, может, ну, сейчас произошли, можете, да, осветить тоже? Ну, прям так, чтобы изменения уже произошли, такого пока нет. Я думаю, вы бы все заметили, если бы они были, да, и произошли. Скажу так, действительно, Анастасия выступила на совете при президенте по науке и образованию. Этот вопрос подняла, это случилось 8 февраля. Уже в конце февраля министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков прилетел в Новосибирск для решения этого вопроса, встречался с советом директоров сибирского отделения, в том числе из Якутска приезжали тоже директора, беседовали, обсуждали этот вопрос, собственно, как его разрешить, да, на уровне каждой организации. Речь шла о привлечении внебюджетных источников финансирования, которые привлекать именно на зарплатную часть для повышения доходов, в том числе и молодых ученых в организациях. Если рассматривать молодых ученых, начиная с аспирантуры, вы, наверное, знаете, что есть линейка грантов, такая аспирантская, у РФФИ она была, и РНФ, ну не РНФ, а Министерство науки и высшего образования сейчас должно принять эту линейку грантов для аспирантов, где основная доля этого гранта идет именно на зарплатную часть для аспиранта. Не менее 25 тысяч рублей в месяц. Это плюсом ко всем его доходам. Вот, то есть линейки, в принципе, эти существуют, поддержка есть именно вот молодых начинающих ученых. Другое дело, что у нас, вот мы сегодня рассматривали верхнюю границу молодого ученого, да, а у нас нет какой-то нижней границы, собственно. То есть вот если молодой ученый приходит в науку, будучи еще студентом, и чувствует себя начинающим исследователем, у нас говорят, что вот эти низкие зарплаты – это только вот на старте, в начале пути. Но никто не говорит, когда этот путь все-таки выйдет на какой-то там, не знаю, пиковый или хотя бы на плато, да, когда уже ты еще вроде как молодой ученый, но доходы у тебя уже все-таки более значительные, нежели у начинающего исследователя. Потому что, насколько мы знаем, Анастасия Проскурина, ну, во-первых, она получила премию президента, что очень почетно, да. У них исследование, ну, это одно из передовых исследований, которое признано научным сообществом в Российской Федерации. У нас же всего 3-4 премии президента вручается ежегодно. Вот. Наверное, нельзя уже ее назвать начинающим исследователем, потому что, ну, она уже достигла определенного уровня, критерия и, собственно, получила такую престижную награду. Вот. Но, тем не менее, именно она этот вопрос подняла. И также вот министр Фальков встречался с молодыми учеными. Я в том числе была на этой встрече. Естественно, мы не обошли стороной этот же вопрос. Вот, но министерство эту проблему всю осознает и понимает, но мы знаем, что у нас прошлый год был вообще кризисный в том плане, что очень большие средства были потрачены на преодоление пандемии и ее последствий. Вот, ну и, наверное, тоже было бы неправильно, если бы средства сейчас определенные выделялись на научных сотрудников, а малый бизнес, например, остался бы без поддержки, потому что у нас наша жизнь, она из этого малого бизнеса состоит. Там те же там химчистки, прачечные, какие-то рестораны, кафе, это все у нас малый бизнес. И вот смотрите, вы такой успешный, хороший ученый, получивший большую зарплату, выходите со своего института, а малого бизнеса нет. И куда вы будете свою зарплату, собственно, нести, тоже непонятно будет. Ну, то есть обеспечение нашей жизни, оно, наверное, все-таки в данный момент первостепенно. И вот эта поддержка, она тоже от государства необходима. Ну, а финансирование государства, оно все-таки имеет свои ограничения. Вот. Ну, то есть основная идея – это привлечение дополнительных источников финансирования и направление их именно на зарплатную часть. Говорят сейчас, вот, кстати, вчера Пармон Валентин Николаевич, да, председатель сибирского отделения, тоже говорил, термин такой появился, он появился как раз в последний месяц – необидная зарплата. То есть мы уже не говорим о каком-то минимальном ее размере, мы не говорим об окладной части, мы говорим о необидных доходах для молодых ученых. Кстати, никто не расшифровывает в цифрах, сколько это необидно. То есть, видимо, каждый устанавливает для себя самостоятельно. Вот. Но то есть, говорят о том, что все-таки действительно окладную часть, гарантированную заработную плату повышать будут, но повышение это будет не резкое, постепенное, ну, со временем. Ну и вот сейчас у нас год науки и технологий все-таки объявлен. Действительно, наверное, будут какие-то движения направлены на улучшение
повышение престижа, во-первых, профессии ученого и улучшение качества жизни молодых ученых, ну, молодых ученых и ученых в целом. Опять же, не надо забывать, что у нас оклады-то одинаковые и от возраста не зависят. То есть, хоть будь ты молодой ученый, будь ты уже ученый в возрасте, если ты на какой-то ставке находишься, на какой-то должности, то зарплата, окладная часть-то, она одинаковая у всех. Поэтому, опять же, ограничиваться только молодыми учеными тоже не совсем корректно. Вот. Потому что у нас в институте точно есть сейчас такая проблема. У нас аспиранты еще несколько лет назад они защищались досрочно, потому что у нас такая специфика работы, что за 2-3 года, если человек со студенческих лет занимается наукой, то реально написать кандидатскую диссертацию. А когда срок аспирантуры увеличили до 4 лет, вот этот лишний 4-й год, он оказался реально лишним. То есть он уже как бы был не нужен для аспирантов в плане написания кандидатской диссертации. У нас многие защищались досрочно. А несколько лет назад у нас эта тенденция прекратилась. И когда дирекция начала выяснять, а в чем, собственно, дело, и почему перестали досрочно защищать, вот именно вот тянут резину просто. То есть вот видно, что человек, у него уже все готово, но он вот на защиту не выходит. И начали, можно сказать, в лоб задавать вопрос аспирантам, почему ты не идешь защищаться. А он говорит, а зачем я буду защищаться? Я после защиты кандидата много в два раза меньше зарабатывать буду. То есть у нас сейчас довели до такого состояния, что у нас вот эта аспирантская поддержка на всех этапах приводит к тому, что у нас аспиранты зарабатывают больше, чем защищенные кандидаты наук на тех же самых должностях. То есть у нас аспиранты младшие научные сотрудники, и после защиты тоже младший научный сотрудник, но у защищенного кандидата у него нет уже тех преференций, которые есть у аспирантов. И аспиранты потеряли теперь интерес к досрочной защите, они теперь отсиживают свои 4 года, и вот когда уже все, там все стипендии заканчиваются, тогда выходят на защиту. Мне кажется, такие перекосы тоже, наверное, неправильные. И, кстати, и вот этот вот исход такой аспирантов после защиты из науки, то есть когда вот он аспирантуру закончил, защитил диссертацию, а потом пошел куда-то или в бизнес, или на производство, он тоже присутствует именно вот из-за этого перепада в доходах вот после защиты. Поэтому, я думаю, этот рост должен быть планомерный, равномерный, и все-таки действительно престиж, он должен в том числе и в денежном эквиваленте выражаться, конечно. То есть, если у вас есть карьерная лестница, она, естественно, должна отражаться и на доходах. Насчет этого. Сейчас аспирантура получается третья степень высшего образования, да? Есть же такое. Получается, будут аспиранты получают дипломы по окончании аспирантуры. Они получают уже много лет. А, уже получают? Да, уже получают. Сорян, не знаю. Да, да. Они получают диплом гособразца об окончании аспирантуры и защищают квалификационную работу после окончания. Ну, как дипломная работа у студентов, так работа квалификационная по окончании аспирантуры. Константин Нифонтов, здравствуйте. Я представляю Арктический государственный агротехнологический университет. Вот по поводу аспирантуры хотел сказать, что, по-моему, с этого года, да, с 1 сентября будут уже федеральные требования. То есть мы переходим к старому образованию в аспирантуре, то есть к индивидуальным планам. Тот формат в ГОСа в аспирантуре, как после вузовского образования, не совсем всех устраивал. Потому что, да, мы тоже заметили, что защит очень мало. Вообще, они получают диплом преподавателя-исследователя, и все. И уже уходят куда-то на производство и так далее. Вот. Ну, еще хотел сказать, что и номенклатура специальности у нас меняется, да? Вот, в 22-м году у нас будет новая номенклатура специальностей, и по диссертационным советам здесь вот вопрос такой, они тоже будут меняться, то есть количество их уменьшается, количество членов диссертационного совета до 11 человек, по-моему, да, плюс туда могут добавляться кандидаты наук, PhD доктора наук, которые есть публикации более 10 высокорейтинговых журналах. Вот. Ну, это Q1. Да? Вот. Поэтому в этом плане
Наверное, я бы хотел еще добавить о непрерывности образования. Да? У нас, наверное, должно быть привитие науки в том числе, да, как и в социальной, гуманитарной и так далее, общественной значимости, начиная с детских садов, школ, вузов, СУЗов, вузов, ну и так далее, да, чтобы работодатель понимал, какого он хочет специалиста получить. Вот. И сам ребенок должен понимать, куда ему стремиться. Ну, для этого уже системная нужна работа, вот о том, что сейчас говорили, и различные предложения, различные мотивационные были высказывания. Нужна идеология, да, как раньше. Пропаганда, идеология науки, именно в сфере науки. Ну, вот сейчас это называется словом «популяризация». Вот. Ну, действительно, популяризация у нас стремительными темпами движется в детские сады. То есть, если раньше обычно выпускникам читали какие-то лекции околонаучные, ну, научно-популярные, потом средним школьникам, дальше пошел запрос уже на начальные классы, то, наверное, да, скоро мы в детские сады пойдем. Ну, пандемия прошлогодняя несколько этот момент притормозила, ну, поскольку в прошлом году действительно популяризация... Она перешла в онлайн, но тут встала такая проблема и серьезная задача, как, собственно, чем привлечь внимание детей и подростков и перебить их увлечение каким-нибудь ТикТоком и блогерами. Ну, то есть мы в такой неравной борьбе практически оказались со своими научно-популярными лекциями. Вот. Но вы знаете, что у нас сейчас Государственная Дума все-таки подписала, я так понимаю, закон о популяризаторской деятельности. Теперь ее можно вести только с соглашения, с разрешения властей региональных. Но я надеюсь, у молодых ученых, у советов молодых ученых таких проблем не возникнет. То есть я так понимаю, что это будут некие формальные требования получения разрешения от правительства и, собственно, продолжения своей деятельности. Надеюсь, это не будет негативно сказываться на активности этой деятельности популяризационной. Вот. Это, несомненно, очень важный действительно аспект, потому что действительно привлекать молодежь в науку нужно именно со школы, потому что именно школьники делают свой выбор, куда пойти учиться, и выбор специальности своей будущей. Вот. То есть действительно надо с ранних лет уже прививать им какую-то любовь и к научным исследованиям. И опять же нужно показывать престиж научного работника, потому что дети сейчас очень прагматичны. Я не знаю, к счастью это или к сожалению, вот, но действительно, то есть, в принципе, в наших лекциях мы всегда представляем различные установки мега-сайенс уровня, рассказываем о высоком оборудовании мирового класса, на котором работают наши ученые. Это действительно все у нас есть. Действительно, это может быть есть не во всех, не в каждом месте, не в каждом регионе, но тут опять же у нас мобильность и различные travel-программы. На тот же синхротрон, вот, про который Никита Владимирович говорил, у них в Москве, в Протвино, и вот в Новосибирске СКИФ строится. Это установки Мегасайенс, и это те установки, у которых не должно быть одного хозяина. Они должны быть общие, они должны быть доступны для работы ученым из всех регионов. Ну, понятно, что должна быть какая-то очередность и запись на работу на этих установках. Но вот я точно знаю, что даже на адронном коллайдере, который в ЦЕРНе находится, даже на нем работают ученые со всего мира. И есть возможность у всех приехать и провести исследования в своем направлении. Вот. Мне кажется, точно так же должно быть это на территории Российской Федерации организовано. Вот. И доступ к этому оборудованию. То есть вот мы говорим про цифровизацию, говорим про то, что у нас это все уйдет там куда-то во фриланс, но все-таки вот такое оборудование у себя на кухне не поставишь и не будешь делать эту науку просто сидя дома. Поэтому, может быть, гуманитариям проще, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может быть, действительно, гуманитариям будет достаточно размеров собственной квартиры, но что касается, естественно, научных дисциплин, это просто нереально, ну, хотя бы по причине вот этого оборудования. Оно действительно штучное, оно в мире-то штучное, и понятно, что и в России оно тоже не будет повсеместным. Просто, ну,
и по стоимости, и по загрузке. Если государство вкладывает такие средства в строительство таких установок, понятно, что они должны быть загружены и востребованы. Если мы просто создадим таких установок, там, не знаю, в каждом городе поставим по такой установке, и будет она работать 2 часа в сутки, ну, какой результат получим из работы? Вот. Так, ну ладно, давайте заканчивать, да, потому что разговор у нас очень хороший получился. Пожалуйста, Нинель Васильевна, подведите какие-то итоги нашего сегодняшнего заседания и какие-то, может, напутственные слова. Кстати, у нас фотографирование еще запланировано, поэтому я прошу не расходиться никого. Спасибо, Лиза. Ну что, коллеги, отрадно, что в рамках года науки и технологий в Российской Федерации и в рамках года молодого исследователя в нашем Северо-Восточном федеральном университете, в рамках форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России» мы сегодня смогли собрать представителей советов молодых ученых университетов нашей республики, лидеров и активистов советов молодых ученых научных институтов ФИЦ ЯН ЦСРАН, и, конечно же, смогли пригласить представителей Координационного совета вот, по делам молодежи в научно-образовательной сферах. Да, это очень важный момент, коллеги. Почему? Потому что такие площадки, они, во-первых, сплачивают молодых исследователей, да, сплачивают, открываются новые направления в работе, в деятельности советов молодых ученых. Мы сегодня с вами, конечно, обсудили достаточно серьезные и актуальные вопросы касательно деятельности и развития научной деятельности наших молодых исследователей. Это и создание Дальневосточного фонда поддержки науки молодых, это и системная разработка программ поддержки молодых исследователей, подготовки научных кадров. Да? Мы сегодня также с вами затронули вопросы системной подготовки в программе аспирантуры. Студенческая наука также была отдельно представлена как основная ступень подготовки научных кадров не только в нашем университете, но и в целом по России. Ну и отдельно хотелось бы, конечно, выразить свои слова благодарности нашим коллегам из других федеральных университетов. Сегодня были участники из Южного федерального университета, Казанского федерального университета, Сибирского федерального университета. Отдельная благодарность, конечно, председателю Совета молодых ученых Дальневосточного федерального округа Илье Купряшкину, да, Никите Марченкову, председателю Координационного совета. Ну, почему? Потому что все-таки те предложения, те вопросы и те актуальные направления, которые были сегодня на нашей площадке представлены, обсуждены, они будут на уровне, на федеральном уровне через наших, да, почетных гостей и через участников будут представлены на федеральном уровне. И, возможно, если есть возможность, они будут решены, а может быть, в этом году в рамках года науки и технологий в Российской Федерации. Но я думаю, что это не последнее наше совместное с вами мероприятие, да, начало есть, мы будем дальше продвигаться, и в продолжении данного мероприятия я вот предлагаю, может быть, в этом году осенью на территории нашей республики провести и организовать с участием вот наших почетных гостей и, ну, и Никиты Марченкова, первый республиканский съезд молодых ученых нашей республики. Это было бы очень символично в год науки и технологий, да, и в целом в продолжении нашей с вами совместной деятельности. Но что касается года молодого исследователя в нашем университете, то мы на данном этапе сейчас разрабатываем программу системной подготовки и поддержки научной деятельности студентов, аспирантов, молодых ученых. На ближайшем ученом совете 25 апреля мы должны эту программу принять до 2024 года. И то, что было сегодня озвучено касательно прохождения научных стажировок, курсов подготовки, да, вот квалификации по подготовке научных статей в рейтинговых научных журналах, касательно отдельно студенческой науки по
научным практикам. Надеемся, что все эти замечания и предложения будут также представлены на нашей программе по системной подготовке научных кадров в университете. Поэтому давайте еще раз, коллеги, от всей души мы поблагодарим наших гостей, Лизу, лидер, и Павла Марендышева за поддержку нашего мероприятия. И, безусловно, потому что ваше участие, конечно же, повысило статус нашего мероприятия. Спасибо вам огромное. Приглашаем всех, коллеги, на общее фотографирование и кофе-брейк, коллеги, организован для участников. Спасибо.